чем мы будем заниматься сегодня вечером? Тем же, чем и всегда, Пинкер. Попробуем опровергнуть чистый лист. А вот Пинкер, вот и мозг! Вот Пинкер, вот и мозг! И если мозг не гений, то Пинкер сиентист! Хоть смейся ты, хоть плачь, не вылечит их врач! Ученые зомбируют людей! Научный злобный план замыслили они, чтобы землю захватить и всех поработить. Вот Пинкер, вот и мозг, вот Пинкер, вот и мозг. Наивный сиентизм несложно объяснить. Их наполняет власть, ведь жизнь их удалась. Вот Пинкер, вот и мозг, 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 мозг. Нейронауки, биология. Здравствуйте, друзья! С вами Александр Шадов, кандидат философских наук, поэт-писатель-философ, в общем-то. И сегодня мы будем разбирать, начнем разбирать книгу Пинкера «Чистый лист». Заранее отмечу, что буду обращать внимание преимущественно на околофилософские вопросы, просто потому что, ну, в других я специализируюсь значительно меньше, и мне это менее интересно. Моя зона интересов, прежде всего, философия, а про философию там сказано достаточно много. Ну вот, огромное спасибо за донат, в общем-то, по сути, на этот разбор, это Малику, гигантское спасибо. Также большое, особенное спасибо Маркусу Госу. Маркус Гос, спасибо тебе большое. Если бы не ты, я не знаю, что бы мы делали вот этим утром, и не только этим, и многими другими, в общем-то, утрами. Сам текст разбора получился на 177 страниц. Это будет очень долго, да, и поэтому у нас будет 5 частей. 5 частей, которые будут размечены по самим 5 частям книжки самого Пинкера вот этого, да, то есть там 5 частей, 6, ну это уже там это финалочи такие. Вот. Мы разберем, ну, короче, разобьем книжку на эту, на 5 частей, и каждое видео будет занимать одну часть. Причем первая часть будет самой долгой. Давайте отправимся в предисловие. Так вот, сегодня мы начинаем разбор книжки «Чистый лист» Стивена Пинкера. Пинкер уже снискал на нашем канале славу слепого фанатика науки, который ее толком и определить не может, и даже не пытается, мы это тоже уже видели. Перед нами бестселлер The New York Times, книга известная и даже в некотором роде авторитетная, несмотря на публицистический стиль повествования. При этом работа крайне претенциозна и не имеет никакого уважения к взглядам тех людей, которые в ней разбираются. Презрение к позиции противников видится буквально с первых строк. Ну вот с этой «О нет! Только не очередная книга о природе и воспитании. Неужели действительно есть еще люди, которые верят, что разум – чистый лист? Неужели не очевидно каждому, у кого хотя бы двое детей, каждому, кто был в гетеросексуальных отношениях, каждому, кто замечал, что дети учатся говорить, а домашние животные нет? Люди рождаются с определенными способностями и темпераментами. Разве мы все не отказались от упрощенного противопоставления наследственности и среды и не осознали, что любое поведение обусловлено взаимодействием между ними?» Так вот, здесь я заподозрил, что Пинкер пытается представить нам упрощенное понимание позиции своих соперников, потому что неожиданно он говорит не о врожденных идеях, против которых работает концепция табула раса. Да, и он не перечисляет, собственно, идеи врожденные. Важно заметить, да, то есть вместо того, чтобы, опровергая табулу раса, перечислять реально врожденные идеи, Пинкер начинает перечислять, говорить о способностях и врожденном темпераменте, и способности обучению речи. Все три пункта не просто не противоречат табула раса, Лока. Мне думается, что кто-то может... Что, мне вообще с трудом думается, что кто-то может не замечать, что у человека есть некоторые способности, в том числе к обучению, и некоторые предрасположенности в характере по типу темперамента, от которых сложно, но, наверное, можно избавиться с помощью воспитания, ну или как-то их подкорректировать с помощью воспитания. Наверное, все же можно, да, как-то вот... Как-то подкорректировать поведение, сделать кого-то чуть активнее или чуть пассивнее, или еще что-нибудь. Наверное, возможно. Но все же тенденции наблюдаются. Так вот, все это не имеет никакого отношения к врожденным идеям. А если бы имело, то имели бы... так. А если бы имело,
то мы могли бы в качестве опровержения, я не знаю, приводить такие примеры, как наличие рук и ног, прямохождение, наличие зубов. Это тоже влияет на наш характер, это тоже влияет на наше поведение. Представляете себе? Представьте себе Лока, для которого всякие врожденные штуки автоматически бы становились противоречием табулы рас. Так он просто мог бы сказать, стоп, ну табула рас чистый лист, значит, что я просто чистый полностью. Стоп, вообще-то я прямоходящий. Стоп, у меня вообще-то руки, ноги есть и зубы даже есть. Стоп, да, зачем оно вообще так устроено? Это же некая врожденность, да, то есть... Важно заметить, что табула раса не является концепцией, которая противоречит любой врожденности. И Лок бы заметил подмену, ошибку. Вот. Одно обуславливает возможность ходить, да, то есть, ну, наличие ног. А без этого никуда, это нам нужно. Второе – хватать, то есть руки. Да, третье – жевать, что в том числе коррелирует с нашей жизнью, включая рациональный аспект. Но я не думаю, что сторонники табулы расы не замечают этого. То есть Пинкер сразу же начинает с пугала логической ошибки, в рамках которой позиция оппонента подменяется на более простую. Ну ладно. Здесь ведь Пинкер говорит от лица своих коллег, правильно ведь? То есть это еще не его речь, это речь его коллег там были. Там цитаты из книги, это цитаты его коллег. Как я понимаю, людей недалеких и считать непривыкших, судя по всему, ну, коллеги Пинкера, наверное, такие. Эти гротесные и глупые коллеги не очень-то и хотят разбираться в позиции оппонентов. Окей? Допустим, не вопрос. Нам. Ну вот. Также критике науки вообще хотелось бы сказать, что наследственность и среда, а также их диалектика – это лишь форма абстрактного анализа. Никакой абстрактной среды не существует, как и никакой абстрактной наследственности. Это исключительно продукты человеческого разума. Поехали дальше, да? Вот. Цитата из книги. «Эта книга не пополнит список тех, в которых утверждается, будто все зависит от генов. Это не так. Окружающая среда важна не меньше, чем гены. То, с чем сталкиваются дети в период взросления, также важно, как и то, какими они рождаются». Окей. Тут же Пинкер цитирует это. «И такой подход неожиданно снова не противоречит табула раса. И более того, без доказательства наличия врожденных идей, даже доказывает ее». Пинкер словно намеренно прописывает. Каждое заявление, что разум обладает врожденной структурой, поражает людей не только как гипотеза, которая может быть и неверна, но как мысль, которая заведомо аморальна. Ну, неожиданно, да? Причем самое главное, вот это вот врожденной структурой обладает разум. А кто рассуждал, кстати, о врожденной структуре разума? Ну, Кант. У Канта есть врожденная структура разума. Только проблема заключается в том, что у Лока, в принципе, разум, он тоже, знаете, не пуст и не аморфен сам по себе. То есть у него есть качества определенные. Так вот, разум обладает врожденной структурой, что никак нам не говорит о содержании этого разума, а лишь о структуре. Мне думается, что сам Лок не задавался подобным вопросом, потому что для его времени это было не совсем уж актуально. А потому мы заранее можем защитить Лока и сказать, что нападки Пинкера на его концепцию несправедливы. Ну, опять же, важно заметить, что структуры разума начинают вот четко прописываться, собственно, прописываться именно уже у Канта. Хотя подобные заходы были и у Аристотеля, безусловно. Да и, наверное, все же у Лока, правда, да? Я листал Лока перед тем, как, собственно, отвечать на пинкеровские вот эти вот штуки. И у него разум, он тоже имеет определенную структуру. И в этом плане говорить, что у него вообще нет структуры, да, чтобы соблюсти концепцию табула расы, ну, наверное, тоже нельзя. С другой стороны, возможно, в современном мире имеются люди, которые полностью отрицают всякое влияние наследственности. Несмотря на то, что это и абстрактный концепт, но все же, да, абстрактный концепт, да, вот он видим, соответственно. Да? То есть дети похожи на своих родителей чаще всего, если все сделано правильно, да, то, соответственно, они похожи на своих родителей. Сразу возникает вопрос, как можно полностью отрицать наследственность, несмотря на то, что это абстракция, несмотря на то, что это форма описания, но все же элемент того, что что-то передается вот по следующее поколение, оно имеет место, ну вот прям вот в обычном опыте нашем. Как с этим быть вообще, да? Как минимум, просто феноменологический опыт, здесь уже ничего не поделаешь. Как минимум, если использовать описательную систему биологов, то получится, что именно благодаря наследственности мы имеем достаточно большой и сложный мозг, конечности той формы, которая у нас есть, ноги, глаза и много чего еще. Я не думаю, что существуют люди с профессиональной...
Люди в профессиональной чего-то там, которые будут отрицать, в профессиональной сфере, видимо, которые будут отрицать, что мы рождаемся с разными способностями и предрасположенностями к разным типам деятельности. Например, маловероятно, что невысокий мужчина или женщина станет бегуном на короткие дистанции или баскетболистом, а тот, кто отберет невысоких людей, будучи тренером, проявит непрофессионализм, а также потратит свое время и силы зря, и не только свое, и время этих детей, что самое главное. Также очевидно, что некоторые люди куда быстрее учатся решать математические задачи, и таких, к примеру, нужно усиленно тренировать вот, к Олимпиадам. Да, если они быстро учатся, их нужно тренировать к Олимпиадам, пусть достигают успехи и так далее, и так далее, и так далее. Все это находится на уровне воспринимаемых феноменов. И нам в целом, ну, в принципе, нам и не нужна концепция, ну, чистой доски, и она здесь вообще не особо даже коррелирует, она здесь не близко пока еще не стоит. Если человек профессионально занимается той или иной деятельностью, то у него, скорее всего, не должно быть сильных несостыковок с наблюдаемыми фактами. Притом это никак не противоречит табула раса. Исходя из этого, я пока что думаю, что Пинкер несколько лукавит, когда говорит о засилии подобных специалистов, и, вероятно, он пытается здесь спорить с людьми, которые далеки от сферы воспитания детей или людей вообще в принципе. Следовательно, Пинкер спорит с обывателем, возможно, да, то есть заведомо выбирает слабого оппонента, периодически прикрываясь известными именами греховных социологов, чтобы оно было похоже на некую благородную священную войну с злодеями в академическом сообществе. Прежде всего, пишет Пинкер, да, доктрина, будто разум это чистый лист, извратила исследования о человеке, а заодно и общественные и личные решения, которые опирались на результаты этих исследований. Да вот, основная проблема Пинкера заключается в том, что он обсуждает врожденные свойства листа, а не его чистоту как таковую. То есть он обсуждает свойства, а не содержание. И в целом он мог бы полностью избежать упоминания концепции чистого листа на страницах своей книги, потому что он отстаивает позицию, собственно, между доминацией генов и доминацией, собственно, среды, ну или культуры, или чего там хотите угодно. То есть подчеркивает влияние обоих факторов и сетует на то, что многие люди делают акцент на сугубо культуре, а кто-то сугубо на генах, соответственно, да? Но тут важно заметить, что это вполне имеет отношение, что не вполне имеет отношение к концепции чистого листа. Даже если вообще все, кроме идей в человеке, определяется генетически, то человек может оставаться вполне чистым листом. Why not? Также Пинкер сетует на то, что существует множество сторонников доминации культуры. И здесь, как мне видится, многое зависит от той оптики, из которой мы исходим, и какие предметы мы изучаем. Если мы работаем с культурой человека, религией, философскими взглядами, литературой, то культурная составляющая будет доминировать, как Пинкер и писал выше. А потому наследственность чаще всего можно вынести за скобки во время исследований. Хотя и это в случае с серьезными генетическими и прочими заболеваниями должно учитываться и учитывается в рамках психологии, педагогики и социологии. Иначе бы просто не существовало специальных классов для обучения слепых, глухих, умственно отсталых и прочих людей с заболеваниями генетическими. Вот. Так. Позиция о том, что все в культуре, обществе, искусстве определено генами, является крайней глупостью, которую очень легко оспорить, с этим не согласны даже биологи, ну и ее никак невозможно, собственно, доказать, по сути. Концепция довольно примитивная, ну и очевидно, что с ней имеется огромное количество проблем. Позиция о том, что наследственность влияет на способности людей, их заболевания и некоторые черты характера при правильном понимании термина наследственность, мало у кого вызовет негодование. Даже если бы Локу мы дали эту терминологию, он скорее бы все это принял и не отказался бы от табулы расы. Даже в таком случае, если речь идет о разных культурных вещах, то первенство будет за культурными факторами влияния. Вот, первенство. Да, многие люди, они скажут, что первенство это будет за культурными факторами влияния. Наука не постулирует наличие врожденных идей. Люди не генетически верят в Бога, не генетически занимаются наукой, не генетически имеют те или иные убеждения. Это культурные процессы, которые, конечно, обусловлены наследственностью, потому что наследственностью, ну, вот косвенно обусловлено плюс-минус все. Да? Тут как-то вот так вот. Вот, ну как обусловлено все? Как обусловлено все? То есть частично, когда так получается, что так или иначе мы многие вещи можем возвести к наследственности, да, как вот каждое отдельное живое существо, каждое отдельное живое существо является существом биологическим непосредственно.
Да, является существом биологическим, конкретным биологическим существом, имеющим определенную биологическую историю, так получается. Соответственно, да, его поведение определено вот этой самой биологией, так или иначе, к ней можно все свести, попытаться. Это, конечно, плохая описательная система, много нам это преимуществ не даст, игнорирование так называемой среды, это точно тоже не научно, но мы можем при желании попробовать все это свести к генам, да, и все равно так получится, что, что все же они будут в некотором роде вот так вот первичны. Мы можем к ним все возвести. Если мы смотрим через биологическую оптику, да, все из генов, но есть среда. То есть, а другие существа, у которых тоже гены, они тоже формируют среду и так далее, так далее, так далее. Еще среда формируется не только из этих других существ, но и из всяких природных обстоятельств, например. Ну и вот у нас получается более-менее целостная картина. Но как так или иначе, все так или, ну, так или иначе, почти все поведение проходит в том числе через генетическую составляющую, через биологическую, получается, да, то есть такое вот, все проходит через среду, среда все просматривает, да, и одновременно с этим и наследственность все регулирует в данном случае. То есть получается такая, не знаю, ураборос, не знаю, бесконечность какая-то получается. Где все совсем связано в данном случае. Вот что я имею в виду, да? То есть чисто позиция о том, что только гены здесь доминируют и больше ничего. Тотальный генетический детерминизм, она скорее на глупость похожа, да? То есть она плохо доказуема, она плохо стыкуется с фактами, наблюдениями, она плохо стыкуется вообще со всем. А вот концепция о том, что вот все совсем здесь связано, она, в принципе, и доминирует в научном сообществе. И в целом, ну, вот так вот о себе и представляется обычно. Вот. Ну и тут важно заметить, что можно отдавать, так скажем, приоритеты свои в ту или иную сторону. Либо в генетическую, наследственную, либо, собственно, уже в культурную, средовую, допустим. Да? Ну, культура как одна из разновидностей среды здесь будет рассматриваться. И Пинкер, очевидно, делает большой акцент на вот сторону генетики. Так, да, в сторону генетики. В то время как представители социологии, культурологии и прочих других дисциплин делают акцент на противоположном, в общем-то, ракурсе. И в этом заключается проблема. То есть Пинкер пытается показать нам позицию оппонента как радикальную крайность, как абсолютную крайность. Хотя она таковой, скорее всего, не является. Я думаю, мало кто из тех людей, которых он критикует, будут отрицать хоть какое-то влияние наследственности на культуру. Ну, вообще-то от наследственности зависит. Ну, ваш рост, ваш вес, ваши внешние качества, цвет ваших волос, там, например, да, это все может быть очень неплохо вплетено в культуру на самом деле, да, то есть люди определенного веса, роста, цвета волос могут иногда даже занимать определенные положения в обществе, ну, например, мы можем привести ужасный, отвратительный, пугающий, страшный Третий Рейх, да, соответственно, в котором как раз и велся отбор по определенным фенотипическим свойствам. Вообще планировалось, что он будет, видимо, вестись прям более основательно, так что заходы, соответственно, есть и туда, и сюда, и везде, короче, они здесь проявляются. Вот. Ну да, вообще буквально просто потому, что все так или иначе проходит через наследственность, да, потому что у нас есть определенные системы органов, которые мы наследуем в том числе. У нас есть многие черты характера, которые мы наследуем, многие другие вещи, которые реально наследуются. Но просто в рамках исследования культурологов, там, социологов и прочих, все эти факторы чаще всего просто будут считаться незначительными, они будут вынесены за скобки. Потому что это не предмет их исследования, вот этих самых людей. Ну и, соответственно, он им особо и не нужен. И они скорее видят больший приоритет у культуры, чем у генов. И это, в принципе, обусловлено их предметом исследования. Биолог, ну и биологизатор, они исследуют исключительно жизнь как таковую. И они смотрят на мир биологически. А есть культуролог, который смотрит на мир культурологически, а есть социолог, который вообще социологически на мир смотрит. Тут разные призмы изначально заложены.
И эти разные призмы, они очень по-разному позволяют взглянуть на один и тот же предмет. Ну и, соответственно, призма автоматически тянет нас к той или иной стороне в занимаемом споре, да, вот либо к генетической стороне, либо к стороне более уже такой культурологической, средовой. И в этом тоже нет ничего странного. И мне кажется, здесь обе стороны принципиально оказываются неправы, потому что, ну, биологи-биологизаторы, они нифига не знают про культуру, по большей части мы у Пинкера это еще увидим несколько раз. А с другой стороны, соответственно, всякие социологи, культурологи и так далее, им не очень интересна биология на самом деле, и отсюда, ну, тоже, знаете, нету большого уклона в сторону изучения биологии. То есть мне не думается, что прямо кто-то полностью отрицает наследственность, это просто из разряда чего-то космического. И я не думаю, что кто-то из больших биологических специалистов прям очень яро отрицает среду, просто потому что, ну, среда — это мейнстрим, по большей части, да, взаимодействие генов и среды, наследственности и среды — это просто мейнстрим, да. Я вообще замечу, что мне кажется, вот Пинкер, он записывает в отрицателей человеческой природы тех людей, которые ими не являются. И вот в этом как бы весь мой вывод из грядущего разбора. То есть, в принципе, если вам не интересно все, что будет дальше, можете уже прямо сейчас выключать. Сейчас немножко про Лока будет, мы еще все еще с предисловием будем сейчас разбираться. А потом мы перейдем уже к первой главе. Да. Да, давайте, в общем-то, быстрее двигаться. И здесь мы будем обсуждать данную книгу по частям. Каждой части будет посвящено отдельное видео. Как следствие, на 6 частей будет 6 полноценных, ну, не 6, 5 полноценных видео. Там 6-я часть немножко порезана. Давайте начнем с Лока. Поехали. Указать путь, цитирую Лока, указать путь, каким мы приходим ко всякому знанию, достаточно для доказательства того, что оно не врождено. Think about it. Think about it, ребят. Think about it. Если вы указываете путь, каким мы приходим ко всякому знанию, это уже будет достаточно для того, что оно не является врожденным. Некоторые считают установленный взгляд, будто в разуме есть некие врожденные принципы, некие первичные понятия. Так сказать, запечатленные в сознании знаки, которые душа получает при самом начале своего бытия и приносит с собой в мир. Здесь, кстати, можно сказать, что вот эти врожденные принципы, это на самом деле про саму, да, форму, структуру чистого листа, но просто дальше относительно врожденных принципов, ну, просто будет это проясняться, что это врожденные идеи. Это первое, что нам нужно знать про чистый лист. Тут употребляется словосочетание «врожденные принципы», читаем дальше. Чтобы убедить непредубежденных читателей в ложности этого предположения, достаточно лишь показать, как люди исключительно при помощи своих природных способностей, способностей природных, без всякого содействия со стороны врожденных впечатлений, могут достигнуть всего своего знания и прийти к достоверности без таких первоначальных понятий или принципов. Так вот. Во-первых, у Лока есть природные способности. Вот разные они или одинаковые, это, кстати, хороший вопрос. Но наличие природных способностей, в принципе, просто не противоречит концепции чистого листа. Они просто есть у Лока. Они никак не загрязняют чистый лист. Да, они и есть сам чистый лист, по сути. А есть вложенные принципы и врожденные впечатления. Так вот, мой тезис заключается в том, что Пинкер в основном утверждает не чистоту листа, указывая на то, что существуют некоторые природные способности и предрасположенности. И в этом ошибка. То есть он, как бы опровергая, подтверждает. Важно также понимать, что Лок отвечал на совершенно другие проблемы своего времени и конкурировал с рационалистами, которые утверждали врожденность ряда идей. Сложно сказать, что он вообще писал о врожденности, врожденной склонности к агрессии или влиянию генетики на занятия тем или иными делами. Но ни агрессия, ни склонность к тем или иным делам не видится разрушительной для чистого листа, потому что, первое, чистый лист – это понятие из области теории познания, и касается прежде всего разума. А Пинкер выходит за пределы разума, классического философского определения. Здесь, во-первых, да, первая проблема, самое главное. Пинкер и Лок по-разному определяют разум.
Сам лист не обязан иметь никаких свойств и способностей. И более того, способности у человека точно есть. И они, как замечает Лок, природные. Природные способности. Вопрос, насколько велика разница и насколько Лок ее признавал, но вот этого я не нарыл. И по сути, мне кажется, здесь оно... Оно все понятно. Человек рассуждает о том, что нет врожденных практических принципов. Он пишет о том, что к тем или иным принципам не может быть никакой предрасположенности в виде, например, увеличенного уровня агрессии и импульсивности. Да, то есть Лок об этом не пишет. Он не пишет о том, что вот есть агрессия, импульсивность, что это тоже все там, не знаю, как-то нарушает концепцию чистого листа, но мы их там не замечаем. То есть он с этим вообще даже не спорит. Лок этих тем вообще не касается, даже в принципе. И я думаю... В целом, многие из этих вещей все равно очевидны, и теории около темпераментов еще со времен Гиппократа существовали, и разное поведение людей было замечено, ну, неважно. Притом, конкретные принципы, они потенциальные. Продолжаем Глока и Лока разбирать. Принципы не врождены, здесь и не врождены их идеи. Идеи перед принципами идут, заметьте. Идеи, принципы, да? То есть, окей, поняли. Идеи, в особенности относящиеся к принципам, не рождаются вместе с детьми. Если мы будем внимательно наблюдать новорожденных, у нас будет мало оснований думать, что они приносят с собой в свет много идей. Далее в своем основном трактате Лок разбирает конкретные идеи, которые не являются врожденными, по типу идеи целого или части, идеи богоподчинения и так далее. Явно Пинкер не доказал врожденности ни одной из этих идей, и даже не пытается их доказывать. Для Пинкера чистый лист — это просто пустота внутри, причем какая-то абстрактная пустота. Если что-то будет признано врожденным, то сразу же окажется, что чистый лист был опровергнут. Но это, опять же, нелепо. Нелепо такую концепцию Локу, собственно, навешивать. Не только идеи и принципы, но и сами механизмы работы разума и восприятия окажутся для Пинкера опровержениями чистого листа, что, на мой взгляд, является непониманием концепции Лока и плохой его критики. Вы можете сказать, что Пинкер-то, он не критикует Лока, ребят. Он критикует современных его последователей, которые вот именно так и трактуют концепцию чистого листа. Но на практике окажется, я вот спойлерю, на практике окажется, что большинство разбираемых Пинкеров людей, по его же признанию, открыто не исповедуют концепцию чистого листа и говорят: нет, мы ее не исповедуем, не надо нам это привешивать, это мы вообще не здесь, да? То есть он не критикует ни Лока, не критикует современников, недалеких предшественников. Кого же он тогда критикует? Зачем? Зачем писать такую большую книгу, когда ты никого конкретно и не критикуешь? Твой основной посыл — это чистый лист бьет мимо основателей, а твой основной посыл про чистый лист бьет мимо основателей современников, вот просто непонятно. То есть, ввиду этого, я бы на самом деле, знаете, чтобы сделать эту книжку лучше, информативнее и прекраснее, просто вычистил все здесь от философии, чистый лист, благородный дикарь, всю вот эту чепуху просто бы убрал. Потому что это нередко оказывается просто обычным навешиванием ярлыков. Книжка, вот заранее резюме сделаю, да, если убрать всю эту чепуху и наносной сайентизм, книжка очень информативная. То есть, да, тут есть пробежки по некоторым интересным опытам. Их не очень много, на самом деле, но они есть. Есть неплохие описания того, как это сейчас устроено в науке. То есть, если, опять же, убрать нелепое восхищение наукой, просто «О, наука открыла!» и убрать вот это вот невероятное вот чувство достоинства за эту великую, прекрасную деятельность научную, да, если убрать все упоминания чистого листа и все абзацы, которые этому посвящены, если убрать навешивание ярлыков на отдельных специалистов, в которых пытается Пинкер сказать: «О, чистый лист, он дурак, да, вот если вот все это убрать, книжка получится раза в три меньше, во-первых, но и при этом она в качестве сильно выросла бы. То есть она была бы классная, она была бы информативная, там не было бы псевдопротивостояния разных людей, да, вот, собственно, и было бы куда, на мой взгляд, информативнее и интереснее. Но, к сожалению, мы имеем дело с тем, что имеем. И я заранее замечу, что я буду обращать внимание на исключительно плохие аспекты. Хорошие аспекты я сейчас более-менее выделил, так что не надо. Книга не так уж и плоха на самом деле. Над книгой Пинкер поработал на самом деле. Но ее основной аргументативный аспект, он полностью, в общем-то, плох. Он находится в ужаснейшем состоянии. То есть, как только Пинкер начинает противостоять кому-то, социологам, психологам, культурологам, религиоведам, историкам, там, или кому-то еще, мы сразу сталкиваемся
В общем-то, во-первых, с плохо составленной аргументацией, с плохим текстом одновременно с этим, да, ну и с плохим уровнем информативности. То есть такое впечатление, что Пинкер, ну, как будто бы намеренно неправильно Лока прочитал и начинает намеренно его неправильно искажать и вот пугало использовать в данном случае. Но мы сейчас все это узнаем, потому что нас ждет первая глава. «Чистый лист, благородный дикарь и дух в машине». Вот она. Вот сейчас будет легендарный подкол. Пинкер начинает с ложной фразы. У всех есть собственная теория человеческой природы. Ну, очевидно, да? Сейчас Шадов докопался до слов. Ну, а что делать? Это суждение является неверным. У меня, например, абсолютного скептика нет таковой. А если я апеллирую к разным теориям, то почти никогда она не является моей собственной. Более того, собственная теория может быть только у того, кто ее создал. А люди не так уж и часто создают новые представления о природе человека. Теория человеческой природы накладывает отпечаток на всю нашу жизнь. Что пишет, собственно, Пинкер. Что опять кажется мне ложным, так как многие люди и не задумываются о человеческой природе, а те, кто имеют об этом представление, нередко не связывают это со своей жизнью. То есть нередко так и оказывается, что средний человек, обладая или не обладая той или иной теорией о человеческой природе, никак не меняет свою практику жизни. Упс. Так что Пинкер опять не прав. Часто оказывается так, что убеждения людей и их поступки противоречат друг другу. Также нередко противоречат убеждения и человеческий быт. Следующая цитата. Тысячелетиями источником основных теорий природы человека была религия. Я вот принципиально не могу с этим согласиться, потому что используется слово «источник» и «основных», да, это очень такие важные слова. В европейской культуре представления о человеческой природе формировались не только через христианство, да и христианство унаследовало множество концепций по этому вопросу у Платона и Аристотеля. А Платон и Аристотель – это не религия, это философия, соответственно. Так что с Пинкером и здесь нельзя согласиться. А многие из них я бы назвал основными. Например, представление о нематериальной душе, которая проявляет себя в идеях и формах. Тоже можно сказать и о других больших древних регионах, то есть о Китае и Индии. Китайские и индийские философские традиции легли в основании становящихся религий. Например, философия конфуцианства действительно обращала внимание на моральную природу человека. И здесь бы я ответил, точнее, обратил бы внимание на то, что термины религии и философия не являются до конца проясненными, а потому утверждение, которое мы оспариваем, может иметь несколько преломлений и несколько, в общем-то, освещений, да. Ну, давайте попробуем все же воспроизвести, а что автор думал, когда вот писал то, что было выше написано. Мне думается, что автор подразумевал под своими словами вот что-то подобное. Тысячелетиями источников основных теорий природы человека была не наука. Вот, ну, вот мне на самом деле кажется, что он хотел сказать. Потому что даже многие философские представления он бы записал в религиозные. Но для нас, антисциентистов, такое суждение кажется слишком наукоцентричным. Ибо здесь нет никакой проблемы. Тысячелетиями источников основных теорий природы человека был не сенсуализм, например, мог бы сказать сенсуалист. Или не эмпиризм, сказал бы эмпирик. Или не ислам, сказал бы мусульманин. Для меня это суждение все одного уровня. Автор сразу погружает нас в бездну наукоцентричной риторики, чтобы заведомо разместить хорошее и плохое, прогрессивное и устаревшее. Разметить, точнее. Вот. Я сразу замечу, что солидарен с автором в положении о том, что иудео-христианская традиция, впрочем, это не одна традиция, все же, да, но все же, да, он прямо использует иудео-христианская традиция, вот такое словосочетание, предлагает объяснение множеству феноменов, которые сейчас изучаются в рамках биологии и психологии. Но автор смотрит на эти проблемы снова через призму плохого и хорошего, а я бы хотел наблюдать в этих дисциплинах плюрализм мнений из разных философских школ. Как я уже говорил, важно понимать биологию и физику в двух плоскостях. Дисциплинарную, то есть по предмету исследования, и как науку, то есть по методу исследования. Биология как дисциплина была свойственна многим религиям и философским направлениям, но биология как наука, то есть применение научного метода в рамках данной дисциплины, монополизировала эту сферу. Мне видится, что незаслуженно. И сейчас авторитетом и буквально толпой недовольных людей не дает сформироваться альтернативным методом исследования того же самого вот этого вот предмета, биологии, дисциплины, то есть биологии, да? Еще раз, биология, есть две биологии. Дисциплинарная биология, которая вот очерчивает круг того, что мы исследуем, задает нам предмет. А есть уже, собственно, методологическая биология. Да, методологических биологий очень много. Одна из них методология как наука. То есть та биология, которая использует в качестве основания научный метод. То есть, а может быть, не знаю, диалектическая биология, допустим. То есть та биология, которая использует в качестве основания диалектический метод, допустим. Да, почему бы и нет?
Гегельянская биология. У него есть, у Гегеля, наметки всякие под физику и биологию, да, на самом деле. То есть в науке логики мы можем обнаружить некоторые штрихи, которые могли бы заложить данную дисциплину. Ну так вот, это очень важно, это очень важно. То есть разделить вот на два, разделить на два по предмету, то есть, да, и по методу. Надо быть несведущим в истории философии и религии, чтобы отрицать тот факт, что в рамках дисциплины биологии раньше применялись генеалогические и качественно крайне разные методы. Но сейчас доминирует один универсальный натуралистический подход. Защитники этого подхода скажут, если они не дураки и допускают возможность других подходов, что метод научной биологии является самым лучшим, и он был отобран эволюционно, так скажем. Да, очень часто так люди говорят. Но фактов подобного отбора представлено, конечно, не будет, да и не может быть представлено. Мы с большим трудом можем увидеть хотя бы одну конкурирующую с научной методологией программу, которая бы преждевременно не называлась шарлатанством, глупостью и тратой времени и стремительно не исчезла из нашего обозрения. То есть у нас у науки просто конкурентов не было. То есть нам тут говорят о том, что эволюционно отобрано, приспособилось, выживает сильнейший. Причем нередко эти люди, они, да, вот это вот приспособилось и выживает сильнейший употребляют как чуть ли не синонимы. Но фактически оказывается, что не было никакой конкуренции. Просто так получилось, что наука оказалась, так скажем, как-то вершиной пищевой цепочки, когда эта пищевая цепочка была еще довольно слаба, и многие направления не смогли развиться. Легко можно назвать десятки подходов к изучению биологии, в частности, природы человека. Но был ли у них шанс конкурировать с научной биологией? Первый пункт. Большинство таких подходов были уничтожены в лице их последователей физически или распущены, их школы были распущены в смысле, и преследуемы по закону в древности и средневековье. Притом не по причине того, что их биологическая программа никого не устраивала. То есть, да, важно заметить, что во всех этих дрязгах основную роль играла не столько биологическая программа, сколько программа скорее религиозная, теологическая или еще этическая, например. То есть отбор шел не по биологическим программам. Если мы вообще хотим говорить о каком-то отборе, да, если мы хотим говорить о каком-то естественном отборе, то отбирался скорее комплекс. Причем комплекс этот состоял не только из идей, но и из практик. То есть, например, какой-нибудь император неожиданно становится... Император, христианин становится императором. Или император становится христианином. И начинается закрытие разных философских школ. То есть, опять же, понимаете, да? При том, что таким же императором мог стать кто угодно. Там, не знаю, Платоник, Стоик. Стоики были императорами, да. То есть, был император-стоик. Там, не знаю, скептик-император мог бы стать скептиком. Ну, а любой из этих императоров мог бы взять и просто всех остальных закрыть, убить, казнить. Но первым до этого догадался христианский все-таки император. Ну, именно, что казнить, убить по взглядам, да, начать, короче, большую мировоззренческую, в общем-то, чистку. Причем даже не столько по убийству, убийство здесь даже не так существенно, да, для уничтожения взглядов, сколько вот закрытие всяких философских школ и всего остального. В этом плане важно заметить, что отбор шел не по наличию, отсутствию и качеству биологических программ. Поэтому я лично считаю, что не было никакого конкурса по отбору биологических методологий, а методологии в дисциплине биологии исчезали чаще всего не по причине того, что они ни на что не годны, а просто потому, что они входили в более сложный исследовательский комплекс, который в итоге был физически или юридически истреблен не по причинам гносеологического характера, а по политическим, религиозным, культурным и прочим мотивом. Вот, важно. Биологические, да и очень часто научные физические теории, это, ну, вообще представления и методы, это не следствие сложного отбора. К сожалению или к счастью, это вот так вот оно было. Они просто в комплекте со всем остальным подыхали или выходили вперед. Вот. В новое время биологические программы, это второй пункт, могли бы конкурировать более-менее открыто. Но христианство, которое тогда заведовало наукой, создало множество трудностей для этого. Более того, малое количество биологических программ из предложенных реально могло позволить конкурировать с многочисленными учеными, которые на то время были еще вполне христианами и преимущественно верили в акт творения, ибо этих ученых было достаточно много. Ну и в итоге, кого победило научное мировоззрение здесь? Да тех же христиан. Просто тут конкуренция шла не из-за большого плюрализма, не из множества видов конкурирующих, а не множество видов теории имеется в виду, да, и представлений и методов. А
непосредственно происходил, ну как бы, ну так вот получилось, что вот одна теория, одно представление, в итоге победило другое представление. Вот и весь отбор. То есть, да, то есть вот научная биология победила христианскую биологию. Все. Вот, вот что у нас произошло исторически. Конец. Более того, победила, когда еще фактов было собрано не так уж и много, потому что основной набор фактов начнется в 20 веке. И самый существенный набор фактов, он пойдет уже значительно позже, чуть-чуть позже. Так вот, уже в современности, 20 век, научная биология становится абсолютно недосягаемой для своих оппонентов. Ну, почему недосягаемой? Потому что она монополизировала сферу опыта, практики, сферу добычи, собственно, разных информаций, наблюдений и так далее, так далее, так далее. Если вы не биолог, вас мало к чему подпустят из того, что имеется. В том числе к технологиям разным, вас вряд ли подпустят. И поэтому она становится абсолютно недосягаемой для представителей других биологий. Вам просто никак не дотянуться до такого качества уже. То есть, если когда-то можно было и взять, и перегнать христианскую биологию, потому что христианская биология, она, ну, и не сильно-то сопротивлялась, так скажем, да, то сейчас у нас есть куда более сильный, в общем-то, оппонент, который еще и защищает свою территорию. Но, как мне видится, это все не за счет своего великолепия и ослепительного качества, а лишь по причине механизмов моды, которые, кстати, не аннулируют преимущества этого подхода, но и заранее не говорят нам, что все прочие подходы автоматически ущербные, непродуктивные, их не имеет смысла использовать. Да, правильно, заметили вот это тоже. А если они ущербны, если все подходы, кроме современного научно-биологического, ущербны, это неплохо было бы доказать. Но это крайне сложно сделать, особенно будучи научным биологом, который этих альтернатив не знает. Вся материально-техническая и человеческая исследовательская база сконцентрировались в руках научных биологов. Ну, если вот эта база, которая внутри биологии обитает, как дисциплина почти, ну, она вся сконцентрировалась в руках этих биологов. А потому рассуждать о конкуренции здесь просто не приходится. Мы не можем себе представить такую картину, когда вот у нас есть какая-то очень интересная и классная идея, замечательная, методологическая, которая помогла бы нам много исследовать и, соответственно, принесла бы нам огромное количество благ. Мы даже в теории не можем себе представить, но она при этом науке противоречит. Да, важно заметить условия, но она противоречит науке. Мы не можем сейчас себе представить, что эта идея найдет себе место вот в современном сообществе, в том, как оно устроено, научном. Представьте себе ситуацию, при которой все находки и технологии в рамках биологии перешли бы в руки креационистам. А теперь, да, и они бы разными способами не давали нам, научным биологам, их исследовать, оставляя себе монополистическое право исследовать феномены биологического мира и делать выводы о них. А после авторитетно заявлять, что мир был создан Богом, а вы, натуралисты, просто не наблюдаете тех фактов, которые об этом говорят. Это было бы почти то же самое. И это же и происходит, но в обратном направлении. То есть научная методология захватила материальные и человеческие ресурсы и потому доминирует. Потому что кто бы их ни захватил, они бы доминировали, понимаете, в чем дело? У кого бы не было, у любого направления, которое завладело бы всеми этими ресурсами, были бы абсолютные преимущества в доминации. Вот. Продолжаем дальше. Мы не будем обсуждать претензии Пинкера к христианам и прочим представителям аврамических религий. Ну, там их много и просто, ну, типа, мы не для этого здесь собрались, да? Так вот. Но вот что он пишет про чистый лист. Эта теория человеческой природы, а точнее то, что она вряд ли вообще существует, есть главная тема моей книги. Как религия содержит теорию природы человека, так и теории человеческой природы выполняют некоторую функцию религии. И чистый лист стал этаким светским вероучением в современной интеллектуальной жизни. Эта идея становится источником ценностей. А тот факт, что основана она на чуде, сложнейший разум, возникающий буквально из ниоткуда, не становится аргументом против нее. Лол. Я все еще принципиально настаиваю на том, что Пинкер не понимает концепцию чистого листа, но в первой главе он будет с этим разбираться, а потому посмотрим, что нас ждет. Официальная теория, друзья! Официальная теория! Вот, глава 1. Глава 1, мы дошли наконец-то до первой главы. Прошел час, мы только до первой главы дошли. Все до этого было предисловие и предисловие к главе. Понимаете? Да. Вы понимаете, насколько это долго будет, да? Пинкер цитирует Лока.
Предположим, что ум есть, так сказать, белая бумага, без всяких знаков и идей. Но каким же образом он получает их? Откуда он приобретает тот обширный запас, который деятельное и беспредельное человеческое воображение нарисовало с почти бесконечным разнообразием? Откуда он получает весь материал рассуждения и знания? На это я отвечаю одним словом. Из опыта. Лок. Окей, да, да, действительно. Только при этом у этого в кавычках чистого листа, во-первых, есть ум-разум, да, что это как какие-то механизмы уже есть, а с другой стороны есть механизм воображения, то есть несколько разных механизмов. Лок их не отрицал. Уже здесь видно, что он их не отрицает. Вот. Ну, давайте продолжим. Сразу же следует вопрос. Откуда, по мнению Лока, возникает опыт? Вот я уже спрашиваю, да? Ответ простой. Внешний опыт возникает из органов чувств, то есть из ощущений неожиданно, да? А внутренний из наблюдений за действиями ума. Он же уже называется рефлексией, неожиданно. А, притом ощущения здесь первичные рефлексии. Откуда органы чувств и качественная наполненность и так далее? Откуда они, откуда они, непонятно, да? А если бы Лок жил в наши дни, он бы мог сказать, что эти параметры передаются генетически, то есть наследственно. У него бы не возникло никаких проблем с концепцией чистого листа, потому что, продолжу, Пинкер говорит именно о качествах самого листа. И надо для опровержения концепции Лока, рассуждать о их содержании. Или еще лучше, о том источнике, из которого произрастает написанное на листе. Далее Пинкер начинает рассуждать о том, что концепция чистого листа определяется, выделяла повестку для большинства социальных и гуманитарных наук. Только вот мне кажется, что социальные науки, ввиду своей социальности и согласно своему методу, должны выносить биологию, гены и наследственность за скобки, потому что иначе просто это подрывает фундамент для их существования. Биологи ищут всему биологическое объяснение согласно своей методологии, терминологии и доминирующим теориям, но социологи делают то же самое и, ну, только согласно своим теориям. Имеют на это полное право. Так и историки имеют право описывать историю так, как они это делают, а не, например, через язык биологии. Например, Генрих VIII передал свои гены 3 сыновьям и 4 дочерям, распространив свой генофонд в популяции, а также объявил войну соседней популяции, проживающей на N-территориях, например. Ну, то есть, такая история нам была бы менее интересна, и, в общем-то, она не соответствует историческому методу. История – это не генетика и популяционная биология. Тоже можно сказать и про социологию. Требование Пинкера подчинить все биологии и другим естественным наукам видится мне нерелевантным, потому что потенциально разрушит сами основания других дисциплин. А Пинкер, он хочет это сделать. Он хочет сказать, что нет, вы должны отказаться от, в кавычках, чистого листа или того, что мне кажется чистым листом. Вы должны следовать за биологией обязательно. Вы должны учитывать наш опыт. Обязательно. А мы ваш не должны. Или должны, но только через нашу призму. То есть мы должны быть главнее. Да? Мы, биологи, должны быть главнее. Хотя он не биолог, но это не важно. Вот. Продолжаем. Длинный и все увеличивающий, цитата Пинкера, длинный и все увеличивающий список понятий, которые, казалось бы, имманентно присущи человеческому мышлению. Эмоции, родственные отношения, разграничение полов, болезни, природы и мир в целом сегодня считается изобретенным или социально сконструированным. Поехали. Поехали разбирать. Начали. Широчайший спектр чувств и эмоций, он именно что конструируется. А также конструируется уместность их применения. Человек имеет возможность радоваться, злиться, грустить, испытывать много еще чего и оттенки этих разных эмоций. Хотя нет, стоп. Он имеет, да, базовую способность злиться, радоваться, грустить. Это базовые какие-то, да, есть какие-то базовые эмоции. А есть эмоции, которые просто конструируются из базы. Есть какие-то простые эмоциональные, да, какие-то потуги. Может быть, даже полноценная радость, она и не свойственна людям изначально. Да, тоже тут важно, наверное, понимать, что у человека может быть способность... хорошему настроению, так скажем, да, к хорошему фону, но как таковой радости еще нет. И радость нужно сконструировать культурно, например. Также важно заметить, что не существует гена хороших шуток, а также гена смеха. Пинкер опять все путает. Более того, чтобы нечто было сконструировано, необходим материал для конструирования. И что же это за материал? Ну, например, да, для эмоций что это за материал? Это какие-то более базовые, более простые эмоциональные проявления. Какой-нибудь, не знаю, всплеск... Да, допустим, всплеск дофамина. Окей, всплеск дофамина пусть будет. Что производит у нас определенную реакцию радости, да,
и мы что-то чувствуем. Но есть огромное количество оттенков радости, которые просто так биологически без культуры ты не прочувствуешь. То есть есть, например, всякие формы восприятия искусства, которые ты тоже просто так не прочувствуешь, да, без определенной культуры и без определенного воспитания. Ты просто не получишь этот эмоциональный опыт без культуры. У природы нет прямой дороги к тому, чтобы вы испытали, не знаю, эстетическое удовольствие от произведения искусства. Природа не ведет вас напрямую к тому, что вы прочитаете Достоевского и потом так, как это было прекрасно, например, да? Природа не ведет вас к тому, что вы просто посмотрите на картину и испытаете эстетическое удовольствие. Причем я имею в виду именно эстетическое удовольствие из области, блядь, эстетики. Эстетики, эстетики, запомните, да? Я не имею в виду, что человек такой, о, красиво, вот это вот, статуи сиськи, круто, да? Я вот не про это говорю, что, опять же, просто у биологов под красотой понимается и вот то, что я сейчас описал, типа, о, красивые сиськи у психеи на этой статуи, хорошо, красивые сиськи. Ну, типа того, да? То есть, я имею в виду реальное эстетическое удовольствие. Реальное эстетическое удовольствие. Не половое удовольствие, да? Не просто приятное ощущение при наблюдении чего-либо, а именно ощущение чувства прекрасного, которое разбирают эстеты очень часто. Вот возникновение этого чувства, оно обусловлено скорее культурно, потому что это очень комплексное чувство, оно крайне сложное, и оно конструируется непосредственно. То есть здесь важно понять, что многие эмоции, они конструируются, и как поэт, то есть конструктор эмоций, по сути, я вам тоже здесь авторитетно заявляю, что Пинкер в этой теме ничего не понимает, к сожалению, да, то есть опять же, соответственно, начинается какая-то чепуха. Давайте, а что за материал? Например, у нас есть любовь. Она крайне вероятно является конструктом, потому что мы не видим, что это чувство проявляется у большинства зрелых людей в нашей популяции, а в других она вообще отсутствует в популяциях, имеется вопрос. Из чего конструируется любовь? Из некоторого набора эмоций и желаний. Что конструирует любовь? Изначально, наверное, какой-то человек создал в себе это чувство, похожее на любовь, а потом поделился с другими, описал, что мы должны испытывать, как это делать, там, не знаю, показал своим примером, как это, что делать, и так далее, так далее, так далее. Так и начинается становление концепта любви и его реклама. Таким образом, человек генетически способен испытывать любовь, потому что просто у него есть потенция. Да, вообще-то актуальная и потенциальная Аристотеля. Просто берем вот, актуальная, потенциальная. Генетически, да, задаются вещи и актуальные, и потенциальные. При этом потенциальные, ну, мы просто способны это делать. Тоже и с языком мы способны говорить. То есть у нас есть такая гортань, которая позволяет нам овладеть речью. Но это не значит, что мы овладеем речью. Мы можем вообще не говорить. Мы можем вообще не общаться сложно с другими созданиями. То есть язык не есть что-то обязательное и врожденное. У нас есть потенциал обучиться языку, как и много чему еще другому. У нас есть потенциал обучиться математике. У нас есть потенциал обучиться логике. У нас есть потенциал обучиться играть в шахматы. Но это не значит, что шахматы, логика, математика и языки в нас врождены тем или иным образом. То же самое и с эмоциями. У нас есть потенциал испытывать какие-то сложные, невероятные эмоции, но это абсолютно не значит, что эти эмоции являются врожденными сами по себе. Это тоже важно понимать. Причем какие-то из эмоций все же маленькие, некоторые, да, некоторые проявления этих эмоций, они, скорее всего, являются врожденными, потому что из чего-то нам нужно что-то это конструировать. Но это, опять же, не вполне имеет отношение к чистому листу, потому что чистый лист – это про разум, это не про эмоциональную и рациональную сферу, да. То есть, если мы говорим о разуме, разум – это рацио. Think about it, да, think about it – это рацио. А Пинкер нам приводит в пример эмоции. Эмоции это иррациональное вообще, а причем здесь иррациональное. Ну да ладно. Вот, почему мы можем испытывать любовь? Ну, потому что у нас есть сложно организованный мозг, но при этом данная возможность реализуется благодаря некоторым социальным практикам и конструктам, без которых она просто не появилась. Важно заметить, что социолог не обязан постоянно помнить о том, что у человека есть мозг. Да, то есть мозг не является предметом изучения социолога. Даже более того, сами люди не являются предметом изучения социолога. Вот социальные связи, да. Да, социальные связи классная штука. То есть, да, тут все уже на уровне статистики можно вычислять. В этом плане социолог вообще может просто взять и сказать, не, никакого мозга, ничего не видел, мне это и не важно. Изучает социолог не столько мозг, сколько социальные постоянные, о которых в данном случае имеет смысл говорить, имеет смысл говорить в рамках социологии. Вывод. Эмоции вполне так себе изобретаются. И чувства изобретаются. Эмоции и чувства изобретаются. Переходя из состояния возможного, из возможного в актуальное. И конструируются в обществе. Возможно, некоторые эмоции являются обязательными,
то есть необходимыми для здорового человека. Но подавляющее большинство в нашем списке эмоций – это очевидные конструкты, здесь спорить просто не с чем, соответственно, поехали дальше. Второе – родственные отношения, конструкты и изобретения. Давайте узнаем. У человека нет инстинкта любви к родителям, что в целом говорят и сами биологи. Человек с легкостью может отказаться от своих родителей, а родители от ребенка. Братья и сестры могут быть чужими друг другу людьми, которые друг друга ненавидят, бьют и по-всякому вообще издеваются друг над другом. Важно заметить. Рассматривать родственные отношения между людьми имеет смысл преимущественно через социальную и культурологическую призму, потому что это социальные отношения. Это одна из разновидностей социальных отношений. Как-то так. Дальше. Третье. Разграничение полов. И Пинкер допускает важную ошибку, потому что не полов, а гендеров, то есть социальных ролей. Пинкер снова не выучил базу и начинает нести бред. Сам факт того, что мужчина может исполнять женскую социальную роль и наоборот, говорят нам о том, что гендер действительно конструируется. То есть сам факт того, что мужчина может исполнять женскую роль, он может. Мужчина может исполнять женскую социальную роль. Ну, за исключением родов, наверное, только. В остальном мужчина может, а женщина может мужскую исполнять. Все нормально. Это просто факт, с этим спорить невозможно. При наличии любого из двух полов вы фактически можете выбрать любую гендерную роль из огромного количества предложенных. Это просто факт, проверенный миллионами людей. Здесь даже спорить просто не с чем. 4. Само понятие болезни. Например, про болезнь там было, имеет и социальное, и культурное измерение, это бесспорно. А потому болезнь, конечно, болезнь сама по себе является изобретением человеческого ума и социальным конструктом. Понятие болезни не могло бы появиться вне общества и культуры, как и наука, а потому является в том числе социальным. Пинкер не понимает, что разные дисциплины имеют свои системы описания и базируются на разных аксиомах. А потому не может понять, как болезнь может оказаться чем-то культурным и социальным, а не только биологическим. Потому что он принципиально не может посмотреть на понятие болезни как социолог или культуролог. С природой и миром в целом та же история, поэтому мы их разбирать и не будем. Дальше Пинкер, без каких-либо аргументов, а просто приписывая ошибочность, опровергает концепцию Руссо о благородном дикаре и концепцию Декарта о духе в машине. Несмотря на то, что имеется немалое количество мыслителей-дуалистов. Но, как говорится, что нам на них обращать-то внимание, на этих ничтожеств? Да, эти ничтожные философы, которые, по словам Сапольски, выдумывали всякой ерунды. Что с ними вообще делать? Как вообще с ними иметь какое-то дело? Животные. Отвергать мы их, конечно же, не будем. Да, опровергать мы их не будем. Зачем? Аргументы тоже не нужно приводить. А также отвечать на их критику наших представлений тоже не будем. И вот, доктрины чистого листа благородного дикаря, пишет Пинкер, и духа в машине, или, как философы называют их, эмпиризм, романтизм, дуализм, логически независимы. Однако на практике они часто идут рука об руку. Но как же они могут уйти рука об руку, если концепция чистого листа эмпирическая, то есть выступает против рожденных идей, а подавляющее большинство сторонников дуализма, то есть христиане, как и сам Бог, чаще всего в этом вопросе рационалисты, то есть верят в существование врожденных идей. Как минимум, подавляющее большинство дуалистов не являются сторонниками чистого листа. Но тут и есть другой вопрос. Является ли подавляющее большинство сторонников чистого листа дуалистами? Как мне думается, тоже нет, но я бы здесь уточнил через разные социологические исследования, потому что, как мне видится, сложно совмещать дуализм, тем более в христианской и картезианской интерпретациях с чистым листом. Продолжаем. Пинкер пишет, чистый лист, естественно, сосуществует и с духом в машине, потому что пустота – подходящее место для явления духа. Think about it, какая-то фигня. Но при этом Декарт, создатель представления о духе в машине, является каноничным противником Лока по вопросу о врожденных идеях, в общем-то, да? Упс, боже мой. То есть почему-то, в общем-то, Пинкер сводит воедино двух непримиримых, по сути, соперников, таких вот. То есть людей буквально с противоположными позициями по данному вопросу. Мякотка, считаем.
Философия сегодня не пользуется уважением. Многие ученые употребляют этот термин как синоним бесплодных размышлений. Когда мой коллега Нед Блок сообщил своему отцу, что будет специализироваться в этой области, тот воскликнул: «Пустая болтовня!» А в одном анекдоте молодой человек говорит своей матери, что будет доктором философии, и та отвечает: «Прекрасно! А что это за болезнь, философия?» А, смотрите, да, вот это я понимаю, мякотка. Но, сейчас давайте. Но на самом деле, пишет Пинкер, философские идеи не бесплодные и не пустые, они могут влиять на умы столетия. Все же, да. Типа Пинкер говорит, что на самом деле он нас здесь не предостерегает, что философия пустая и бесплодна. Он просто пытается сказать, что она очень опасна и вредна и для науки, и для всех людей вообще в принципе, потому что она может влиять на умы столетиями. То есть, на самом деле, Пинкер пытается подчеркнуть, нет, ребята, философия, она не так уж и безопасна. Философия убьет вас, не лезь сюда, да? Она опасна, откажите от философии. Глава 2. Умный пластилин. Кстати, о вопросу междисциплинарности, здесь я согласен с Пинкером, что там написано. Расовые предубеждения тоже были покрыты налетом научности. Дарвиновская теория эволюции повсеместно неверно подавалась как описание интеллектуального и нравственного прогресса, а не как объяснение того, каким образом все живое приспосабливается в своих своим экологическим нишам. Очень легко было подумать, что не белые расы стоят на эволюционной лестнице между приматами и европейцами. Так вот. Это к вопросу о междисциплинарности. Вот что случается, когда люди пытаются объединить политику, социологию, культурологию с биологией, особенно на поверхностном уровне. Чаще всего мы имеем дело с объединением необъединимого. Хотя это не значит, что пытаться вообще в принципе не стоит. Иногда бывают неплохие заходы и попытки в междисциплинарных исследованиях. То есть иногда бывают какие-то прорывы. Но чаще всего мы получаем очередной социальный дарвинизм, к сожалению. И получается фигня. Чаще всего такими объединениями занимаются люди, которые плохо себе представляют одну из двух объединяемых дисциплин. То есть, ну, например, биолог начинает заниматься объединением с культурологией. Он обычно плохо представляет себе культурологию. Биолог, например, начинает заниматься изучением этики, да, в биологии. Но он плохо представляет себе, что такое этика, он плохо знает философские концепты этики, ему просто на эту дисциплину как таковую плевать. И он начинает, исходя из своих представлений, создавать какие-то свои определения, ну и просто пытается овнить, говорит, что он там круче Кант, и круче всех остальных, и побеждать здесь. Вот. Ну и наоборот, на самом деле, да, то есть социолог, который берет на вооружение биологию, чаще всего плохо в ней разбирается, и поэтому у него все равно получается социология, но социология с большим знаком минус. Социология со знаком, не знаю, социального дарвинизма или еще чего-нибудь. Не очень, иногда не очень хорошего, иногда не очень продуктивного в исследованиях, и так далее, так далее, так далее. То есть, вот оно как-то так. Продолжаем Пинкера цитировать. «Концепция чистого листа завоевала психологию и другие социальные науки разными путями. Но толчком к развитию послужили те же истоки, видимо». Да. Я бы заметил, что мне также не хватает перечислений авторов, которых завоевала концепция чистого листа. Просто я когда читал авторов социологии или авторов, не знаю, психологии или каких-нибудь других авторов, мне в глаза не бросалось, что там чистый лист кого-то где-то завоевал. Они об этом обычно не пишут, по крайней мере, прямо. А также мне не хватает цитат, которые показывают, что в их взглядах, концепциях чистого листа, да, что этот взгляд их противоречит биологии и природе человека, потому что это вообще самое главное. Просто, как мы уже убедились, непосредственно в интерпретации Лока никакого противоречия тем биологическим данным, которые Пинкер озвучил, просто нет. Нету, их нет там. И ввиду этого важно заметить, что при отсутствии этих противоречий Пинкер, наверное, имеет в виду, что современный сторонник теории чистого листа сопротивляется биологии. Но это надо и показать. Потому что без этих цитат непонятно, с кем спорит Пинкер и какие конкретные позиции опровергает. Дальше он, конечно, попытается привести примеры, но они все будут очень мимо кассы. Так вот. Отец бихевиоризма Джон Уотсон написал один из самых известных манифестов в кавычках чистого листа, созданных в 20 веке. «Дайте мне на воспитание дюжину здоровых, правильно сформированных младенцев, и мир, соответствующий моим требованиям, чтобы растить их. Я гарантирую, что возьму любого и воспитаю из него специалиста в любой области, какой захочу».
доктора, юриста, художника, крупного коммерсанта и, да, даже уличного попрошайку или вора, вне зависимости от его талантов, склонностей, способностей, призваний или расы его предков. То есть, ну стоп, какой чистый лист, стоп, вообще заметьте, стоп, заметьте, Пинкер говорит, чистый лист – это концепция, в которой не существует, да, в которой невозможны ни таланты, ни склонности, ни способности, там, ни призвание, ни расы, ничего это не влияет, разум, внутренний мир человека, просто чистый лист абсолютный, да. Хотя это неправильное восприятие концепции чистого листа, но Пинкер считает, что это так. Так вот, Джон Уотсон говорит, что есть какая-то зависимость с талантами, склонностями, способностями, призваниями. По Пинкеру это не концепция чистого листа. Понимаете, в чем дело? Пинкер четко нам дал понять, что для него концепция чистого листа это не только врожденные идеи, но и врожденные механизмы, по которым эти идеи проникают в наш, собственно, внутренний мир. То есть и таланты, и склонности, и способности, это все. Если все это есть, то уже концепция чистого листа невозможна. Да? То есть если человек верит в наличие склонностей, способностей и призваний, это значит, что все, конец. Нету никакого чистого листа. Ну и соответственно, вы понимаете, что сам Джон Уотсон уже не является представителем этой теории чистого листа по Пинкеру. Пинкер первый кек, короче, совершил. Ну, я от себя еще отмечу, что как минимум, он не написал, что воспитает именно выдающегося художника, профессора, великого писателя или гениального философа. В целом, воспитать из любого человека юриста не такая уж и большая заслуга. Ну, особенно любого юриста. Просто любого юриста. Представьте, да, воспитать из любого здорового человека просто любого рандомного юриста. В чем достижение? В чем крутость данного заявления? Да ни в чем. Я уверен, что он смог бы справиться с поставленной задачей. Она не слишком амбициозна. Дальше Пинкер пишет, в бихевиоризме таланты и способности ребенка не имеют значения, потому что не существует таких вещей, как таланты и способности. Вот это уже лучше. Уотсон отлучил их от психологии вместе с прочим содержимым разума, идеями, верованиями, желаниями и чувствами. Они субъективны и неизмеримы, говорил он, и не подходят для науки, которая изучает только объективные измеримые вещи. Для бихевиориста в психологии приемлема одна тема обсуждения – наблюдаемое поведение, и как оно контролируется нынешним и прошлым влиянием внешней среды. Вопрос. А то, что они ненаблюдаемы и научно нефиксируемы, это вообще значит, что их не существует? Просто для меня нет. Для меня не значит. Вот в чем проблема. Важно заметить, да, что они также не имеют особого значения, потому что главной категорией бихевиоризма оказывается поведение. То есть то, что можно прямо изучать и исследовать корреляции между этими поведениями и разными аспектами в жизни человека. Такая психологическая программа имеет место. Важно, что идеи тут совсем не отрицаются. То есть Пинкер не показал, что просто вот нету, ничего этого просто нет. Это просто неисследуемо. Неисследуемое не равно несуществующее. То есть, хотелось бы, чтобы он опять же привел цитату того же Джона Уотсона, в котором Уотсон пишет, все, ничего этого нет просто. Потому мы не можем этого исследовать, следовательно, этого нет. Вот такое вот высказывание нам бы помогло. Важно, что идеи тут даже совсем не отрицаются, и они даже могут быть врожденными. Но вот, просто что от них толку, если их нельзя исследовать? Вот вам и все. Вот здесь всё, вся проблема. Психолог Цин Янг Куо в 1929 году писал, Пинкер цитирует, «Поведение не есть проявление унаследованных факторов и не может быть выражено в терминах наследственности. Оно пассивно и вынуждено. Оно механистически единственным образом определено структурной схемой организма и природой окружающих сил». Определенной структурой, схемой организма. Все наши сексуальные желания – результат социального стимулирования. Организм не обладает готовой реакцией на противоположный пол, так же, как не обладает врожденными идеями. Так, теперь смотрим. Есть какая-то схема, структурная схема организма, которая все же влияет. Во-первых, да, уже подозрительно для Пинкера должно быть. Чистый лист, нечистый лист, непонятно.
Относительно сексуальных желаний, я не знаю, я, например, согласиться с этим на 100% не могу, но я скорее считаю, что когда биолог исследует сексуальные желания, он просто делает 100% акцент на биологию, поэтому приходит к неверным, в общем-то, выводам. Потому что он смотрит на эту проблему сугубо биологически. А так, да, сексуальные желания, ну, имеют очень большую компоненту социального стимулирования. Я не скажу, что это только лишь, что все сексуальные желания имеют только лишь компоненту социального стимулирования. Скорее всего, есть какие-то тоже биологические основания, какие-то заложенные генетические штуки. Да, это вот понятно. То есть я здесь скорее, знаете, вот если Пинкер... Давайте представим две крайности. Две крайности давайте себе представим. Первая крайность – абсолютный генетический детерминизм. Вторая крайность – это, соответственно, абсолютный, ну, пусть будет средовой детерминизм, получается, да? На все влияет среда, то есть культура, социум, и с одной стороны, с другой стороны, на все влияют гены. Вот в этой шкале, Пинкер занимает свою позицию ближе к генам. А я сейчас отстаиваю скорее позицию, которая ближе к непосредственно уже социальным всяким культурным штукам. Да? То есть, мне кажется, влияние среды воспитания, да и самого человека, который себя воспитывает внутри этой среды, именно вот человека, который внутри вот этой среды обретает определенные ресурсы, проявляет некоторые свои способности, очень сильно влияет и на поведение, и на сексуальное желание, и на многие другие аспекты человеческой жизни. И более того, очень часто корректирует поведение человека, его даже органическую структуру, да, там пластичность мозга, там еще что-нибудь появится, там после тренировок, да, то, что у человека есть культура, физическая так называемая культура, его организм постепенно меняется, мышцы становятся крепче, в клетках становится больше митохондрий, там и так далее, так далее, так далее. То есть, ну, опять же, да, количество, вот скорость развития, адаптационный потенциал человека, он, конечно, будет зависеть от того, собственно, насколько он у него изначально, в общем-то, вложен, этот адаптационный потенциал, то есть, насколько быстро он будет развиваться. Но при этом, при наличии физической культуры, он будет развиваться. И будет развиваться довольно сильно. И вряд ли, может быть, каждый человек станет Арнольдом Шварценеггером, да, но чтобы стать Арнольдом Шварценеггером, нужны определенные, в общем-то, врожденные качества и черты. Но при этом стать очень неплохо натренированным человеком может каждый, кроме, ну, какого-нибудь, ну, действительно больного, да, соответственно. Таким образом, влияние среды даже на наш организм, оно, ну, в принципе-то, очевидно. И многие вещи, они носят исключительно социальный характер. Все эти фитоняшки, фитоняши, вот эти мужики, фитоняшки это женщина, фитоняши это мужики будут, да. Фитоняши, они же, ну, возникают тоже не просто так. Когда-то давно не было фитоняшей. То есть быть подкачанным мужиком в античной Греции было, ну, практически невозможно. Вы посмотрите на статуи греческие, вы посмотрите, что они считали эталоном. Вот те люди эталоны, вот эти боги, которые там вот, да, изображены, боги, они с олимпийских чемпионов обычно списывались статуи. Статуи богов, они их делали по образу олимпийских чемпионов. И если мы посмотрим на вот этих вот ребят, то у них по нашим современным меркам скорее будет довольно среднее телосложение. То есть это не фитоняши, мужики такие гигантские, мускулистые, широкоплечие, да? Но у нас культура другая здесь. У нас физическая культура немножко, да, изменилась по сравнению с античностью. Я не говорю, что это плохо, и что греки были там слабаками, не слабаками. Я именно пытаюсь подчеркнуть, что вот культура такого вот фитнеса, культура пауэрлифтинга, вот это вот все, оно вот с этими культурными аспектами человек смог развиться до определенного уровня. И вообще у него появилась необходимость заниматься этими видами спорта и до такой степени развиваться. Потому что на самом деле такой необходимости просто в принципе нет. Гигантская броня из мышц, она не нужна даже в основном в драках, она не особо вам поможет. Это не какая-то полезная биологическая вещь. Это очень узкоспециализированная штука. Вот эти большие мышцы, которые позволяют поднимать большие какие-то предметы, но, ну, как бы, не очень большое количество раз. Это не очень полезная вещь для выживания. Это вам не поможет на охоте. Даже помешает скорее. То есть у вас лишняя мышечная масса. Вам сложнее бежать, соответственно. Но вы почему-то ее обретаете. То есть вам это, в принципе, не особо и нужно. Вот эти вот все мышцы, вот эти вот все штуки.
Чисто никакой, никакой большой, крутой биологической, в общем-то, значимости они сами по себе не имеют. Ну, то есть, к сильному выживанию это не поможет. Более того, это даже скорее несколько усложняет выживание в некоторых вопросах. Ну да ладно, потому что нужно больше есть, больше там еще что-то делать нужно. И тренироваться надо много, и есть риск еще повредиться, да, то есть какие-нибудь, ну, повредить себя с помощью тренажеров. То есть переоценить себя, там, уронить себе блин на ногу, там, я не знаю, неправильно присесть, повредить колени во время приседаний с весом. То есть рисков много, а толка для выживания вообще практически ноль. Ну, это какая-то очень культурная штука. Несмотря на то, что эта культурная штука основана на, вообще на, в принципе, способности человеческого организма тренироваться, но компонента социального стимулирования здесь огромна. Вот, да. Вот какую позицию я в данном случае буду защищать, что мы не ближе к генам, мы не ближе к биологии, мы все же ближе все равно к социологии, культурологии. Про чистые листы вообще я бы не хотел здесь рассуждать, потому что какая-то левая тема, она абсолютно не нужна. И Пинкер просто специально пытается все разбить на крайности и показать, что он умеренную позицию занимает. Хотя его умеренная позиция, она намного ближе к генам, чем, например, моя умеренная, в кавычках, позиция, которую я сейчас отстаиваю. То есть у нас, получается, и у меня, и у Пинкера позиции между двумя вот этими гигантскими крайностями, которые, ну, наверное, очень редко существуют в профессиональной среде, потому что я просто себе не представляю долбоеба такого, который будет считать, что все есть ген, и больше ничего, никакой среды нет. Или все есть среда, генов нет, органов нет, организмов нет, там, не знаю, чистый лист фуфло. Или наоборот, стоп, чистый лист наш бог, точнее, да. То есть таких специалистов, наверное, очень мало. И если они есть, наверное, это не самые компетентные люди по данным вопросам. Так что, вот. Так что мы здесь с Пинкером оба здесь представляем позицию некоторой умеренности. Но просто он немножко отклонен в одну сторону, я немножко отклонен в другую сторону. Даже немножко, наверное, мы оба отклонены в эти разные стороны. И чаще всего позиции, они так и распределяются. Понимаете, в чем дело? Чаще всего люди, которые за вот, при, вот, вот это вот, за, вот, за, вот за доминирование биологии и генов, они все равно, они за наследственность в том числе, они за среду в том числе. Среда и наследственность, база. База, среда и наследственность – это база, они большинство вот там вот. А культуролог такой, ну чё, ну да, среда очень круто и очень сильно влияет, это безусловно. Мы как раз и изучаем влияние этой среды. Я всю свою жизнь потратил на изучение того, как среда влияет на человека как такового. Очевидно, да? Моя призма работает вот в эту сторону и только в нее по большей части. Не, я не отрицаю наследственность, безусловно, да? Почти любой социолог скажет, нет, ну то есть, ну да, человек рождается, у него две руки, у него две ноги, у него глаза, глаза определенным образом видят, у него там определенные структуры познания, наверное, внутри, у него определенные, там, не знаю, врожденные характеристики там тоже, да, окей, хорошо. Но только я это не изучаю, и в моем исследовании на это акцента большого не делается, на самом деле, так-то. И мне даже не принципиально важно делать на это какой-то акцент. И я вижу, что вот у нас есть, да, наследственные штуки, но они проигрывают в количестве и качестве влияния вот этих самых социальных, социальным стимулом проигрывают. Вот такая вот проблема. И, к сожалению, Пинкер, он наоборот пытается представить своих оппонентов как представители радикальной позиции. Хотя почти все они представители умеренной позиции. Вот. Так, ну продолжим рассуждение. Здесь, конечно, можно не согласиться. Ведь есть такие факторы, формы поведения, которые являются, ну, мы сейчас цитату Цина Янга комментируем, да, которые являются формами проявления унаследованных факторов. То есть, да, но я бы здесь подчеркнул, что наибольшее количество наших проявлений в поведении не являются причиной унаследованных факторов. Вспыльчивый человек при должном воспитании будет вспыльчив в небольшом количестве ситуаций. Хотя это иногда и будет проявляться в жизни. Склонность к радости и грусти, которая связана с гормональным фоном человека, может в поведении компенсироваться разными факторами, которые приведут и радостного, и грустного человека к одним и тем же поступкам. Хотя оба параметра могут влиять и влияют на поведение. Если немного смягчить тезис Цина, то его становится трудно опровергнуть. И относительно сексуального желания, человеческая сексуальность тоже во многом обусловлена окружением и воспитанием. Хотя другие аспекты тоже исключать нельзя. Пинкер цитирует. Бихевиорист, ну не цитирует, мы цитируем Пинкера. Бихевиористы считали, что поведение можно понять независимо от прочей биологии, не принимая во внимание генетику живого существа или эволюционную историю видов. Я сейчас, вот сейчас начнется интересная, в общем-то, тема. Слушаем.
Так в этом и заключается суть психологии. Изучать психику вне зависимости от биологии и физики. У нее свой предмет, в котором и ставится проблема психики как таковой, в чистом виде. То есть, ну, возможно пересечение, возможно объединение, но для нас также важно изучить психику как таковую. И это наша важная, самая главная задача как психологов. Психику как таковую нельзя потрогать и пощупать. Это важно. Ее нельзя измерить на всяких томографах и прочей ерунде. Психика там не видна. Психика это не то, что вот у нас ручками, пальцами трогается, щупается. Это, ну, вот, это не, несколько другой объект исследования. Это особый предмет исследования. То есть, да. Есть внутри психологии подходы, которые пытаются давать коррелирующие с биологией объяснения. Но в целом это не обязательно, да, то есть, опять же, понимаете, биологизатор опять хочет, чтобы все коррелировало с биологией, но это не обязательный подход. Для психолога не является обязательным интересоваться мозгом или нейрофизиологией, потому что он изучает не мозг, а те, кто изучает мозг, изучают не психику. Между разными дисциплинами лежит методологическая и аксиоматическая бездна, которая чаще всего формируется разными предметами исследований и прочими историческими факторами. Попытки преодолеть эти бездны, на мой взгляд, благородны, но чаще всего заканчивается провалом в виде там социального дарвинизма и прочих неудачных концепций, от которых всем потом приходится открещиваться. Вот. В этом как бы заключается основная суть. Предметы разные, категорически разные, методы исследования разные, тоже часто категорически разные. В случае с психологией там по-разному бывает на самом деле. То есть действительно есть околонаучные психологические подходы, это безусловно, и хорошо, что они есть, ничего против не имею, но давайте оставим и другие подходы в покое, пусть они тоже будут. Давайте не будем уничтожать разные подходы к исследованию психики. Вот мое пожелание здесь. А Пинкер в этом плане он является редукционистом. Притом он хочет редуцировать психологию и социологию к биологии, а не наоборот. Потому что можно сказать, что эта биология на самом деле является продуктом психики, культуры, общества. Выбирай и редуцируй, описывай через предложенную призму. Но у Пинкера есть только одна призма. И он не понимает, почему многие не хотят смотреть на мир через нее. Понимаете, в этом тоже парадоксик такой наблюдается. Потому что мы реально можем все описать. Мы можем описать биологию как дисциплину через психологию. То есть, ну вот, у человека есть такие способности психологические. Он психика такая есть. И благодаря этому он смог создать биологию. Биологи, да, они подчиняются своим всяким психологическим проблемам, в том числе ошибки совершают психологического характера, потому что они обычные люди с психологией своей живой, и так далее, и так далее, и так далее. С точки зрения общества есть вообще просто социология науки. Вообще не вопрос, она просто существует уже. То есть, все нормально, и культуры, да, то есть наука как культурный феномен, и биология как культурный феномен могут разбираться. И рассматриваться, откуда генеалогически происходят те или иные научные, биологические и прочие методы. То есть это вообще нормальные вещи для исследования, стандартные. И, честно говоря, основная проблема Пинкера – это его узость мышления, которая ему очень сильно мешает анализировать многие аспекты. Он действительно очень узконаправленный редукционист. И в этом плане он, конечно, категорически. Он, конечно, категорически слаб. Он категорически догматичен, потому что с ним, видимо, договориться на этот счет просто вообще никак не получится. Продолжаем. Бихевиористы, пишет Пинкер, считали, что поведение можно понять независимо от прочей биологии, не принимая во внимание генетику живого существа или эволюционную историю видов. Психология свелась к изучению процессов научения у лабораторных животных. Скиннер, самый известный психолог середины 20 века, написал книгу «Поведение организмов», в которой единственными организмами были крысы и голуби, а единственным поведением – нажатие рычагов и клевание клавиш. Возможно, посещение цирка напомнило психологам, что виды и их инстинкты все-таки имеют значение. В статье, названной «Ненормативное поведение организмов», ученики Скиннера, Келлер и Бреланд сообщали о своих попытках использовать его приемы, чтобы научить животных засовывать покерные фишки в торговые автоматы. Однако куры клевали фишки, еноты мыли их, а свиньи пытались закопать своими пятачками. К мозгу бихевиористы были настроены так же враждебно, как и к генетике. Уже в 1974 году Скиннер писал, что изучение мозга – это еще один ошибочный путь в поисках причин поведения внутри организма, а не во внешнем мире. И чё? А где чистый лист? Ну ладно, поехали дальше. Вот интересный момент.
про того самого Скиннера, которого постоянно цитируют сайентисты. Помните, да, вот этот голубь, вот этот тук-тук-тук, короче, всякие, как это там называется-то? Ну, в общем, вот это вот религиозное поведение у голубей, в общем-то, часто приводит в пример Скиннера. Вот, вот он, Скиннер, к вопросу о его научности. Так вот, здесь я подмечу, что мы намеренно игнорируем политическую повесточку Пинкера. Потому что, вот, ну, все посмотрели, окей, интересная цитата про Скиннера, просто мы на нее обратили внимание, интересно. А я подмечу, что мы намеренно игнорируем политическую повесточку Пинкера, ее очень много. В тексте, очевидно, видится его политическая пристрастность, что я считаю... Но я считаю, что нагромождение текста про фашистов, нацистов, расистов и прочих неодобряемых людей не имеет прямого отношения к основным идеям книги, а потому мы их намеренно не затрагиваем, да, и оправдывать все это я точно не собираюсь, так что это вообще никакого смысла не имеет. Ну их, короче, всех этих нацистов, фашистов, расистов и прочих ужасных людей, ну их, короче, к черту. Так вот. Вот, кстати, и цитаты появились. Цитат становится все больше и больше, и это хорошо. Только, опять же, все еще не до конца понятно, насколько те люди, которых он цитирует, сторонники чистого листа, потому что он не говорит, что мы сторонники чистого листа. Да? То есть цитаты буквально не гласят «я сторонник чистого листа», а они сложнее сформулированы. Так вот, ученик Босса, Альфред Крёбер, придерживался его. Несмотря на наличие противоположных свидетельств, наследственность, писал он, не должна играть никакой роли в истории человека. Вместо этого цепь событий, формирующих человека, включает в себя абсолютное обуславливание исторических событий другими историческими событиями. Ну и продолжаем дальше. Тут много цитат будет. Крёбер не только не признавал, что социальное поведение можно объяснить врожденными свойствами ума, врожденные свойства ума – это не врожденные принципы ума. Он отрицал, что его можно объяснить хоть какими-то свойствами. Культура, писал он, – это суперорганизм. Она витает в своей собственной вселенной, свободной от плоти и крови, реальных мужчин и женщин. Цивилизация – это не работа отдельного ума, это поток продуктов умственной деятельности всех людей. Ментальность связана с индивидуумом. С другой стороны, социальное и культурное по своей сути не индивидуально. Цивилизация, как таковая, начинается там, где заканчивается отдельный человек. Это вообще какой-то культурологический подход, вполне допустимый для культурологии. Не понимаю, что не нравится Пинкеру. Конечно, опровергать его Пинкер не будет, он просто приводит его в примере, типа, о, смотрите, у Крёбера были такие взгляды. Смотрите, они просто несостоятельны. Все. Конец. Реально конец. Вы посмотрите, какой он дурачок. Конец. Все. Больше ничего не будет. Серьезно, там больше ничего нет особо. Там нет нормальных опровержений. Он не начинает разбирать, почему цивилизация это не сверхорганизм. Типа это самое очевидное. Он не начинает опровергать вот эту концепцию того, что многие вещи, да, они прям задаются. Вот этой самой цивилизацией, вот этим вот невероятным потоком цивилизационным. Он не будет про это говорить, ему просто плевать. Довольно уникальное свойство, когда ты перечисляешь какие-то концепции человека и просто потом говоришь, ну абсурдно, глупо, Аристотель так, кстати, делал. Ну да ладно, вы просто берете, а, ну это абсурдно, ну конец, ну все, ну это глупо, ну это бессмысленно, ну это вообще как-то не так. Да. Есть и другие цитаты. Выдающиеся социологи постоянно декларировали, что лист чистый. Так вот, инстинкты не создают обычаев. Обычаи создают инстинкты, писал Феррис. Приписываемые человеку инстинкты всегда выучены и не являются врожденными. Окей. Вопрос, но здесь написано только про инстинкты. Продолжаем. Культурные феномены, пишет Джордж Мёрдок, ни в коем случае не наследуемы, но обязательно и без исключения приобретаемы. О чем он не прав? Стоп, а культурные феномены, они что, врожденными могут быть? То есть у вас, может быть, у вас статуя врождена в вас, или там, не знаю, храм, врожденный храм Артемиды. У вас может быть врожденные представления о боге Зевсе, может быть, у вас есть. Или врожденные, не знаю, врожденный текст преступления и наказания Достоевского, может быть, у вас. Вы сразу родились, и у вас в голове уже Достоевский есть, загруженный. В чем Джордж Мёрдок не прав? Я не понимаю, в чем это противоречит биологии, я тоже не понимаю.
Также про инстинкты, кстати, тоже не до конца понимаю. Потому что, опять же, Феррис, скорее всего, использует слово инстинкт не в биологическом смысле. Да и кто сейчас придерживается концепции, согласно которой инстинкты существуют в биологии, тоже непонятно. Ну, сложно организованных существ по типу людей. По-моему, известно, что не существует инстинктов, ну, кроме вообще очень простейших, и которые, ну, вот, к культуре не имеют никакого отношения чаще всего. Ну, там, сосательный инстинкт, например. Еще какие-нибудь микроинстинкты, которые вообще практически никак не влияют на нашу культурную жизнь. То есть, они не влияют на то, как мы будем воспринимать Достоевского, Пушкина, там, не знаю, Гёте, Гегеля и так далее. Ну, то есть, ну и ввиду этого получается, что если мы слово инстинкт используем метафорически, ну, вероятно, да, скорее всего, мы можем сказать, что обычаи создают инстинкты. Просто если подумать, проблема высказывания Ферриса, если мы инстинкт понимаем в прямом смысле, просто обычаи не могут создавать инстинкты. Тут очевидно, сам Феррис использует слово инстинкты в метафорическом смысле. Потому что он не может использовать их в прямом смысле и составить такое предложение. То есть, если он под инстинктами понимает, собственно, вот эти вот врожденные алгоритмы поведения, они не могут быть до обычаев. Понимаете, в чем дело? Они не могут. Просто по определению не могут быть до обычаев. Из этого следует, что Феррис просто составил красивое высказывание для красного словца, чтобы мы все такие «воу-воу-воу! Ничего себе!» Да? Вот это красиво сказано. Ну, не более того, это метафора. Здесь слово инстинкт метафора буквально. Ну и вот. Хосе Ортега и Гассет писал. У человека нет природы. Все, что у него есть, это история. Кстати, Лок писал, что у человека есть природа вообще-то. Ну, то есть, вообще, в принципе, весь этот эмпиризм базируется на представлениях о человеческой природе. Это очень важная штука. Так вот, в ряде случаев, кстати, не совсем понятно, является ли тот или иной автор реально последователем концепции чистого листа. Например, про инстинкты. Из высказывания Ферриса совсем не понятно, придерживается ли он концепции чистого листа, потому что он говорит из врожденного только про инстинкты, а не про идеи. Опять же, да? Вообще, наличие инстинктов, сильно ли оно бьет по концепции чистого листа, тоже не до конца понятно, потому что непонятно, насколько инстинкт приравнивается к идее. По-моему, это не замещающие друг друга термины. Да, инстинкты не являются разновидностями идей. Понимаете, все, о чем я говорю, да? То есть, мне кажется, если мы вот круги начертим, вот понимал ли Лок под идеями, в том числе инстинкты врожденные, допустим? Во-первых, он, скорее всего, про инстинкты особо и не знал, это раз. Первый путь, да, он про них и не знал. Но если бы вдруг в его поле зрения появился такой термин, смог бы Лок сказать, да, инстинкты это равно идее. Это одна из разновидностей идей. То есть есть еще другие идеи, а есть идеи типа инстинкты. Хороший вопрос, мне кажется, нет. Тоже и с Мёрдоком. Он рассуждает о культурных феноменах, а не о идеях в самом общем смысле этого слова. Также и Ортега и Гассет. Можно и с его высказыванием, в его высказывании не понять, да, является ли он сторонником идеи чистого листа. А вот история, она врождена или не врождена, вопрос. Что с ней происходит? Далее Пинкер переходит к метафоре умного пластилина и цитирует. Руф Бенедикт. Большинство людей принимают форму своей культуры из-за гибкости их природных способностей. Подавляющее большинство индивидуумов с готовностью принимают предложенную им форму. Маргарет Мид цитируется дальше. «Нам приходится признать, что человеческая природа невероятно пластична, чутко и совершенно по-разному отзываясь на разные культурные условия». Следуем дальше. Лесли Уайт. Многое из того, что обычно называют человеческой природой, всего лишь культура, пропущенная через сито нервов, желез, органов чувств и мускулов. Чё, в чем он не прав? Либо первичному сырью, Маргарет Мид опять же. Человеческая природа есть самый грубый, самый необработанный из исходных материалов. Ну что? И Герц. Человек это животное. Отчаянно зависимая от сверхгенетических внешних механизмов контроля, от культурных программ, управляющих его поведением. А это не так? Стоп, а как это противоречит вообще взглядам самого Пинкера? Я не понимаю.
Я просто категорически многих вещей здесь не понимаю, почему Пинкер, соответственно, приписывает этим людям позиции, которые, ну, они, скорее всего, не разделяют. Вот как вот это, человек, это животное, отчаянное, отчаянно зависимое от сверхгенетических внешних механизмов контроля. Тут не написано только от сверхгенетических механизмов контроля. Тут написано, отчаянно зависит от сверхгенетических внешних механизмов контроля. Стоп. Или Пинкер хочет сказать, что не зависит. Или стоп. Что Пинкеру в данном высказывании не нравится? Вопрос. Пинкер считает, что не зависит. Нет, он считает, что тоже зависит. Я замечу, да. То есть он из-за наследственности, за среду. То есть по Пинкеру это правильное высказывание. Просто, понимаете, прострел головы. И я вот этого просто в принципе не понимаю. Я этого в принципе не понимаю. А вот с Маргарет Мид он не согласится, что человек, человеческая природа самый грубый и самый необработанный из исходных материалов. Ну, это какая-то цитата Волка, нифига не понятно, из контекста вырвана. Так что я не могу это никак процитировать. А опять же, тут следующее высказывание Лесли Уайта. Многое из того, что обычно называют человеческой природой. Многое из того, ребят, понимаете, не все, а многое из того. А многое из того все же человеческая природа. Многое нет, многое культуры оказывается, а многое вот человеческая природа, соответственно. Опять же, эта концепция, вот это высказывание полностью вписывается в картину мира Пинкера. И он приводит это как... пример чистого листа. Как так-то? Как так? Я причем замечу, я процитировал почти все цитаты, которые приводит Пинкер. То есть у вас не возникнет сильно приватного, в общем-то, какого-то чувства. Вот мы прочитаем за все, вот за весь наш разбор все цитаты, которые приводил Пинкер, все цитаты всех других людей, которые он рассматривал. И вот там везде такое. Вот там везде вот так вот. И это очень странно. Это, на мой взгляд, категорически странно. Ну да ладно. Я бы, кстати, тоже заметил, что врожденные идеи могут быть сверхгенетическими, и чаще всего таковыми они и понимались. Никто из классиков чаще всего не рассуждал о наследственности в прямом смысле этого слова. Просто некоторое знание дается нам изначально. И оно не обусловлено материальными причинами. То есть, ну наоборот, да, многие из этих людей просто материалисты изначально были. Не материалисты, точнее, да, точнее, идеалисты. Также следует заметить, что все цитаты, которые приводит Пинкер, это цитаты из прошлого века, что тоже важно. Так что пока не совсем понятно, с кем Пинкер спорит сейчас. Да, конечно, в рамках главы с историографией это допустимо. Допустимо и то, что аргументов против позиции Пинкера он их не выводит. Будем рассчитывать на то, что за пределами историографии мы обнаружим эти аргументы в полной мере. В скобочках мы их там не обнаружим, к сожалению. Они все плохи. Они все необычайно плохи. Из этого историографического обзора мне непонятно только одно. Далеко не всегда очевидно, что человек придерживался теории чистого листа. А также непонятно, насколько сильно он отрицает биологию во всех возможных областях объяснения. Понимаете, в чем дело? Вот что принципиально. Пинкер вырезал какие-то цитаты Волка отдельно и вне контекста. И не объяснил нам, вот этот человек антибиологизатор. Этот человек против генов. Этот человек против наследственности. Нет, там не очевидно это. Там это совсем не очевидно. Там большинство цитат не противоречат позиции самого Пинкера. В чем проблема, да? Отдельно этих цитат недостаточно, чтобы согласиться с позицией Пинкера. Все. И может быть, Пинкер прав, может быть, все эти люди, которых он перечислял, антибиологизаторы, они ненавидят науку и имеют на это право, кстати, я замечу от себя, имеют на это право. Но у меня есть четкое какое-то представление о том, что Пинкер все же заблуждается, что Пинкер как-то подтасовывает вот эти вот фактики, и это мне кажется крайне неприятным и мелочным даже отчасти. То есть, да, моральные осуждения от Шадова сейчас в данном случае идут, но все-таки... Пинкер категорически здесь не прав. Он неправильно цитирует, как минимум. И если он допустил хоть где-то ошибки, ну, это его вина. То есть, причем это не просто какая-то книжка, это не просто что-то там рандомное, да, непонятно откуда возникшее. Это блокбастер. Простите, бестселлер. Простите, это бестселлер. Это читаемая книжка, это книжка популярная, переведенная на огромное количество, в общем-то, языков мира. То есть, смотрите, да, почитать Пинкера вы сейчас можете, и, скорее всего, вы его прочитаете. И, соответственно, если он наврал,
если он наврал. Он наврал на большую аудиторию. Сила вранья Пинкера, сила ошибок Пинкера, она сильнее, чем сила ошибок той же там Маргарет Мид. Потому что Маргарет Мид на данный момент не является настолько же популярной, насколько является Пинкер. Книжки Маргарет Мид не продаются сейчас в качестве бестселлеров, например, да. Ну, Хосе Ортега и Гассет, у него тоже книжки не так уж и популярны. Это не то, тоже не бестселлеры. Их читают, собственно, представители отдельных дисциплин только. Это скорее специальная литература даже. А Пинкер, ну, зрителям, читателям навязывает определенные представления об определенных людях. Причем, скорее всего, я готов делать ставку на то, что Пинкер в 50% случаев точно ошибся. В 50% случаев Пинкер совершает грубейшие ошибки в трактовках. Это почти вот наверняка у меня такое предчувствие, интуишн мой. Мой тотальный интуишн мне здесь подсказывает, ну и, соответственно, сам Пинкер не может мою интуицию здесь никак победить. Он никакие аргументы не достает из кармана, никакие волшебные цитаты не показывает. Но, может быть, в случае с бихевиористами он более-менее прав, но я же, опять же, замечу, что бихевиористы имеют право на такой подход к исследованию. Тем более, сейчас уже там необихевиоризм, с учетом уже многих новых открытий в биологии, так что, ну его. Так вот. Потому что тут мы вообще имеем дело с тем, что чаще всего речь идет в этих цитатах о том, что наши культурные особенности зависят от культуры, но не зависят от наследственности. И с этим чаще всего сложно не согласиться. То есть мы читаем Достоевского чаще всего не потому, что мы биологически хотим читать Достоевского, у нас есть инстинкт чтения Достоевского, а потому что оно культурой так сформировано. Потому что культурные особенности, они чаще всего не передаются генетически. То есть я не уверен в том, что они прям передаются генетически. А вот что там по поводу чистого листа, это хороший вопрос. Мне кажется, что Пинкер ненамеренно обвинил огромное количество людей в том, что они поддерживают вот эту вот концепцию, да, его собственное извращенное понимание концепции чистого листа и тотально отрицают биологию. Вот в чем дело, да, вот в чем их обвиняет Пинкер. Пинкер, во-первых, составил заведомо ущербную, заведомо сломанную концепцию чистого листа и начал приписывать ее людям, параллельно еще обвиняя их в тотальном отрицании биологии. Хотя, скорее всего, тут он процитировал множество таких людей, которые так же, как и он, придерживаются одной из форм умеренного ответа на данный вопрос. Все. Пинкер... Ну, зашарлатанил это в этой книге, я считаю. Зашарлатанил, и мне кажется, вот уже аргументов в эту пользу предостаточно. И это, конечно, грустно. И это, конечно, грустно, что многие люди на полном серьезе читают эту книжку и, соответственно, думают, что Пинкер всех победил, Пинкер всех уничтожил как дешевок. Пинкер даже, к сожалению, не смог их позиции нормально описать. Пара каких-то цитат, которые не относятся вполне к теме, это плохое доказательство. Причем не до конца даже понятно, откуда эти цитаты взяты. А вдруг мы сейчас возьмем и подумаем, что вот это из какого-нибудь раннего текста Маргарет Мид, например, было вырезано. Или, может быть, это цитата вырезана из контекста, и Пинкер ее просто не понял. Или, может быть, просто еще что-нибудь. Да? То есть мы не изучаем позиции Маргарет Мид, мы изучаем одну отдельно взятую вырезанную цитату, которая могла появиться вообще по абсолютно любой причине. Может, Маргарет Мид вообще иронизировала в конечном итоге. А Пинкер просто юмора не понял, так скажем. Да. Третья глава. Последнее препятствие. Цитата из Пинкера. «Теория Ньютона, гласящая, что один и тот же набор физических законов, управляя движением всех объектов во Вселенной, был первым шагом человека на великом пути развития человеческого взаимопонимания». Унификации знаний, которую биолог Эдвард Уилсон назвал согласованностью... Окей. Да, это унификация знаний, которую биолог Эдвард Уилсон назвал согласованностью. Хорошо. Ньютон сломал стену между земным и небесным, а затем обрушилась еще одна такая же прочная. И сегодня стена, да, видимо, стена. Между созидательным прошлым и неизменным настоящим. Что произошло, когда Чарльз Лаэль доказал, что Земля была создана в прошлом теми же силами, какие мы наблюдаем и в настоящем, например, землетрясениями и эрозией, действительно, действовавшими в течение длительных периодов времени? Окей.
Глава начинается с научной базы. Сейчас будет небольшой анализ без цитат, потому что если мы все будем цитировать, мы просто умрем, это будет слишком долго, поэтому будет краткий пересказ. Так вот. Вот это реальная наука, с которой я борюсь, кстати, к вопросу. Важно заметить, это всякие Ньютоны лаяли. Люди делают выводы о том, чего не знают и чего не видят. Как Ньютон не видел, что во Вселенной работают одни и те же законы, потому что он никогда не видел всей Вселенной, как и любой другой ученый по сей день. Также не факт, что они работают и во все времена, потому что ни один ученый не наблюдал все времена. То же самое можно сказать и о представлениях Чарльза Лаэля. Все это лишь выдумки, подтвержденные некоторым набором аргументов, а не факты или истины. Относительно Ньютона сегодня мы можем быть уверены в том, что он глубоко заблуждался по поводу своей системы представления о мире. То есть Ньютон опровергнут, ура, да? То есть Ньютон заблуждался. Но некоторые основные принципы, которые Ньютон заложил, они все еще до сих пор действуют. И они крайне сомнительны. Наличие идейного прогресса еще не означает, что все здесь происходит в правильном направлении. Да и всегда этот прогресс все же шел. Из философии шел, с религии шел, постоянно шел какой-то технический и нетехнический, там, не знаю, разный прогресс, политический, социальный прогресс все еще шел постепенно. Не исключено, что без Ньютона и его теории у нас было бы такое же техническое развитие, а многие наши потенциальные идеи не уступали бы в сложности и объяснительной силе актуальным. Пинкер продолжает. Консолидация наших знаний о живой природе с нашим пониманием материи и энергии стала величайшим научным достижением второй половины 20 века. В частности, благодаря этому удалось выбить почву из-под ног социологов вроде Крёбера и Лоуи, которые предлагали убедительный научный метод размещения живого и неживого в параллельных вселенных. Сегодня мы знаем, что клетки не всегда происходят из других клеток, и что зарождение жизни не влечет за собой появление двух миров, там, где раньше был один. Клетки проявляются из более простых реплицирующихся молекул, неживой части материального мира, и могут рассматриваться как набор молекулярных механизмов, фантастически сложных механизмов, но механизмов тем не менее. Пинкер снова нам рисует наукоцентрическую натуралистическую картину мира, где мы уже очень многое знаем. Он не допускает возможности ошибки ученых. Он не доказывает, что они правы или нет, а только лишь постулирует это. Да? То есть он просто рассказывает, говорит, все, ученые правы, заткнитесь все. Я же уверен, что мы до сих пор можем сомневаться даже в существовании тех же самых клеток, потому что мы всегда подтверждаем это существование лишь косвенно через разные приборы и корреляции наших действий с этими клетками и прочими микрообъектами. Нам кажется, что в микроскоп мы наблюдаем всю ту же реальность, только на более микроскопическом уровне. Уже здесь я могу сомневаться, что мы наблюдаем всю ту же самую реальность, да, не какой-нибудь там набор видений, представлений, злокозненных демонов, дьяволов, иллюзий и чего угодно. Также я могу сомневаться в том, что мы вообще наблюдаем реальность как таковую, да, то есть если вы все же докажете, что мы наблюдаем тот же уровень бытия, что и в наш, если вам получится это безоговорочно доказать, у вас не получится, и вы этого не доказывали никогда, да, никто даже не пытался нормально этого сделать, так вот, то вы уже не сможете доказать, что мы изучаем реальную реальность, то есть даже что это реальность по сути. Я могу сомневаться и в том, что мы правильно интерпретируем то, что мы наблюдаем, что также еще раз бьет. То есть, даже если мы наблюдаем реальность, да, смотрите, то, что мы наблюдаем, это не факт, что это реальность по отношению к нашему бытию. То есть, может, мы наблюдаем там иллюзии. Мы состоим из чего-то другого, например. Да, вот мы наблюдаем в микроскоп, какие-нибудь законы, они там ломаются, природы, какой-нибудь злокозненный демон в микроскопе нам показывает что-то, что просто коррелирует с практикой и опытом. Окей. Допустим, только в данном случае, при наблюдении в телескопы и микроскопы, мы наблюдаем такой ложный опыт. Окей, а весь остальной мир вокруг нас, он реален и вполне себе работоспособен, и все отлично. Окей, первая концепция. Если это не так, если вы опровергнете то, что я только что сказал, если вы сможете это опровергнуть, а вы не сможете, скорее всего. Следующий уровень. А вдруг все нереально? Вообще, в принципе. То есть, ну, окей, вы докажете, что все, что в микроскопах имеет место, имеет дело, да, это, по сути, наш уровень реальности, по сути. Окей, хорошо. То есть, мы то же самое, что и клетки. Мы на одном уровне находимся. А вдруг мир нереален тогда в таком случае? Значит, наши наблюдения, они уже неправильные. Значит, мы уже даем неправильные трактовки. Не, да, допустим, мир реален. Продолжаем дальше. У нас все равно остается возможность ошибки в интерпретации. То есть у нас три уровня аргументации, которые необходимо преодолеть, чтобы доказать, что мы что-то там доисследуем, что это реально существует и что это имеет какой-то смысл. Таким образом, против одного наблюдения и одной трактовки я даю сразу три альтернативы, которые можно отстаивать. Микромир-иллюзия,
Весь мир – иллюзия. Мы в наших интерпретациях создаем ложное, но практичное представление о наблюдаемых объектах. Таким образом, можно аннигилировать теоретические представления во всей науке практически на любом ее уровне, сводя все только лишь к феноменам, а не к фактам или теориям. Бесспорно оказываются лишь феномены. Мы видим что-то в микроскопе, окей, мы видим, действительно. Но как это интерпретировать и какой онтологический статус ему придать, это уже вопрос нашего мышления. Если мы проведем с этим чем-то какие-то действия, то будет соответствующий результат. Феноменология этого не отрицает. Например, я алхимик, я колдун. Вот такая у меня теоретическая ситуация. Я считаю, что клетки – это призраки, а бактерии – злые духи, которые портят нашу жизнь. Чтобы справиться со злым духом, необходимо использовать алхимию. То есть на нашем языке это будет называться создать антибиотики, по сути. Да, я создаю антибиотики, будучи алхимиком, трактую все по-разному, считаю, что одни бактерии – это там добрые духи, там клетки – это добрые духи, бактерии – это злые духи. Ну и, соответственно, я применяю антибиотики, антибиотик работает, вот вам и практика, критерий истины сработал, соответственно, алхимия верна, моя трактовка верна, да, если практика, критерий истины, я молодец. К сожалению, просто маги и алхимики в наши дни не располагают такой базой и такими лабораториями, чтобы проводить опыты и описывать их на языке своих представлений. Вот и вся разница между алхимиками и магами современными и современными учеными. Одни обладают ресурсами, другие ресурсами не обладают. Вот. Ну, многие не очень далекие люди могут меня спросить, то есть ты реально не видишь клетку, когда смотришь в микроскоп? И я отвечу, да. Я не вижу клетку. Я вижу набор определенных феноменов, все, которые могу объяснить бесконечным количеством способов. В этом проблема, да, то есть в этом мое плюралистическое многомерное мышление отличается от мышления обычного дегроида, который просто смотрит, ему сказали, это клетка, у нее такие функции, она делает это и это, вот тебе описательная система, пользуйся ей, он ее просто взял, украл, присвоил себе, запомнил и начинает использовать. Даже он даже клетки не видел, скорее всего, понимаете, в чем дело? Он даже не наблюдал, он даже в микроскоп не смотрел, скорее всего. То есть в подавляющем большинстве случаев, в 99% случаев люди так просто говорят, а, ну да, клетки есть, все понятно, очевидно. Но даже если человек посмотрел и видит в том, что он наблюдает клетку, это уже определенный культурный багаж на нем есть, соответственно. Он просто взял, прочитал описание, он смотрит с помощью этой описательной системы, описывает то, что видит. А я вижу сразу многое. То есть я вижу феноменально одно, но интерпретирую сразу многое. И в этом разница между двумя способами мышления. И проблема заключается в том, что наука в итоге опустила наше сознание мыслящих людей настолько, что они по преимуществу видят там только лишь клетку, то есть что-то одно, то есть смотрят через одну призму на данный объект. Произошла тотальная догматизация дискурса и восприятия. И Пинкер является флагманом этого догматического корабля. Пинкер пишет про стены, которые уже рухнули в познании, но я не считаю, что они рухнули. Они все еще могут стоять, и мы можем их починить, мы можем их отстаивать. Рухнули те, кто защищают эти стены, а мы можем снова восстать, и мы можем снова сражаться против всяких пинкеров и прочих наукодрочеров. Это, в принципе, нормальная ситуация. Продолжаем про стены. «И теперь единственное, — говорит Пинкер, — последняя стена заслоняет нам ландшафт познания, та, которую социологи 20 века особенно ревностно охраняли. Она отделяет материю от разума, материальное от духовного, физическое от психологического, биологию от культуры, природу от общества, а также естественные науки от общественных наук, гуманитарных дисциплин и искусства. Это разделение встроено в каждую из доктрин официальной теории «чистый лист». Продукт биологии, противовес тому, что заложено опытом и культурой, благородство дикаря в естественных условиях, противовес пагубному влиянию социальных институтов. Машина, следующая непреложным законам, противовес духу, свободе делать выбор и улучшать человеческую природу. Но и эта стена уже шатается. Новые идеи с четырех фронтов познания, наука, разуме, мозге, генах и эволюции пробивают брешь новым пониманием человеческой природы. В этой главе я покажу, как они заполняют чистый лист, развенчивают благородного дикаря и изгоняют духа из машины. Дальше я продемонстрирую, что новая концепция человеческой природы может стать важной частью не только биологии, но и гуманитарных и социальных наук. Это новая концепция способна отдать должное феноменам культуры, не отселяя их в параллельную вселенную.
И все же жалко, да, что Пинкер не понимает концепцию чистого листа, или ее очень по-своему использует, потому что, ну, она здесь не вполне уместна. Если бы он не использовал эту концепцию чистого листа, было бы куда лучше. Ну, поехали. Первый мост между биологией и культурой – это наука о разуме, когнитивистика. Ну вот, ну давайте так. Когнитивистика – это когда ученые, которые ничего не понимают в разуме, с философской позиции, культуре, с культурологической позиции, будут рассказывать культурологам и философам, как в их области или вообще как это устроено на самом деле. Прекрасный мост, классно. У фашистов тоже был мост. Но, к счастью, он разрушился. Да. То есть, опять же, да, есть такая поговорка великая. Великая поговорка. Каждый вещает из своего, в общем-то, храма или как своей часовни. Каждый из своей часовни, из своего монастыря, в общем-то, на все смотрит и говорит. И Пинкер в этом плане полностью этой поговорке подчиняется. Забрался на свою часовню и пытается с нее всем все объяснить. И вот вам когнитивистика. Вот были психологи, были социологи, были культурологи, были философы, все они идиоты, ничего в когнитивистике не понимали, да. И вот пришли когнитивисты, которые уже ничего не понимают в философии, культурологии, нередко даже в психологии, возможно, и во многих других вещах, и начинают нам все рассказывать. Прекрасно, замечательная ситуация, просто фэнтези. И мы должны им верить, просто потому что наука. Наука передовая, классная, продуктивная, современная. Вот, мы должны верить ей. И все. Нет, я замечу также, что я, конечно, допускаю возможность когнитивистского объяснения, но я не вижу, что это единственная возможность, и я вижу возможность людей сопротивляться такому догматизму, то есть я вижу, я даю людям возможность сопротивляться. Люди, сопротивляйтесь этому, не надо верить за закрытыми глазами всему, что говорят и пишут ученые современные. Когнитивистика строится на построении абстрактных моделей. А везде, где есть абстрактные модели, имеет место и сомнение в их истинности, что тоже важно помнить. Пинкер пишет, все изменилось с когнитивной революцией, начавшейся в 1950-х. Сейчас мы можем понимать смысл психологических процессов и даже изучать их в лаборатории. Поздравляю, круто. Смысл, это, конечно, хорошо. Это единственный смысл из возможных или нет? Ну ладно. Изучение психологических процессов в лаборатории звучит довольно многообещающе. Но действительно ли оно происходит вот прям в прямом и некосвенном смысле? Или опять изучают какие-то косвенные явления? Может быть, опять биологи перепутали процессы с чем-то другим? Может, они опять навыдумывали свои термины, которые не соотносятся с теми, что доминируют в соответствующих дисциплинах? Опять, кажется, опять. Ученые опять это сделали, скорее всего. Ну и сейчас Пинкер будет перечислять свои «Вот пять идей, которые принесла с собой когнитивная революция, и которые построили, перекроили наше представление о разуме». Первая идея. Психический мир может быть связан с физическим миром с помощью понятия информации, вычисления и обратной связи. Ну так неожиданно в подходе Лока весь мир связан с человеком через опыт. У Лока нет противопоставления мира и не мира, соответственно. Ну ладно. Я замечу, что как подход эта концепция допустима, а как безальтернативная догма нет. Надо ее доказывать прям настолько мощно, насколько только можно. Пинкер, кстати, не будет этого делать. Да. Проблема такого термина, как информация, заключается в том, что это просто абстракция, как и само по себе абстрактное вычисление. Можно попробовать раскрыть некоторые вещи с помощью этих терминов, но они маловероятно будут исчерпывающими, потому что имеют сомнительное отношение к реальности. Пинкер пишет, «Вычислительная теория разума делает больше, чем просто объясняет наличие знаний, мышления, проб и ошибок, не вызывая духа из машин». Продолжаем. Но это не опровергает концепцию духа из машины. То есть, если мы можем к ней не прибегать, это не значит, что она опровергнута. Пинкер дальше пишет, да, умение делать прогнозы довольно неплохое определение интеллекта. Ну, я считаю, плохой аргумент Пинкер не приводит, соответственно, я тоже не буду их приводить, ну их. Короче, Пинкер не молодец в данном случае, опять же, очень-очень много возвышенных речей о великой, потрясающей, замечательной, бесспорной, крутой, классной, великой науке, но по факту-то как бы ничего и не сказано, да, то есть аргументов ноль, а восхвалений миллион. Ну, Пинкер в своем роде. И если, пишет Пинкер, объяснения дают информативные и информационные технологии, то родственная область искусственного интеллекта подтверждает, что обыкновенная материя может выполнять трюки, которые раньше считались подвластными только мыслящей материи.
Сейчас будет шутка, готовьтесь. Вот это высказывание мне в данном случае пинкеровское напоминает рекламу «Зверюшки умеют ходить, ходить, гулять, себя показать», знаете, да? Если бы я мыслил категориями пинкера, то вполне мог бы написать: «Обыкновенная материя может выполнять трюки, которые раньше считались подвластными только живой материи». Вот эти ходящие игрушки-зверюшки, помните? И на этом основании можно было бы проводить аналогию между игрушечными зверюшками, которые умеют ходить, и настоящими. Притом, заметьте, что вектор исследования был бы направлен от пластмассовых зверюшек к настоящим. И мы бы познавали последних через первых. Ведь именно оно так и происходит в аргументе Пинкера, который он приводит. То есть мы пытаемся изучать нормальный человеческий интеллект через искусственный интеллект, что в принципе неправильно. Что, в принципе, сразу кажется крайне сомнительным направлением исследования. Такие трюки выполнять, не выполнять, тоже звучит довольно глупо. Счеты могут выполнять такие трюки, которые человек с трудом может выполнять. То есть считать. То есть считать довольно быстро. Не каждый человек умеет хорошо считать. И вот появляются счеты, которые позволяют ему классно считать. Он так щик-щик-щик-щик-щик-щик-щик, и все, он посчитал. Как говорится, как я всегда говорил, компьютер — это просто очень большие и сложные счеты. И огромное количество функций, которые может выполнять человек, его мозг, его функции разные, его разум, не разум, воображение и воображение, компьютер в принципе не может выполнять. И при этом компьютер может выполнять такие функции, которые человек не может выполнять. Например, человек не может на монитор выводить изображение. Например, человек не может делать там, не знаю, запускать игры у себя в мозгу, человек не может, например. Но много еще человек не может. Это в очередной раз подчеркивает, что компьютер как таковой, да, и искусственный интеллект, реализованный на базе компьютера, это объекты совершенно другого рода, отличные от, собственно, того, что мы в себе содержим. Отличные от нас, от нашего бытия, от нашего интеллекта, от нашего, собственно, внутреннего мира, от нашего сознания. Пока у нас нет никаких оснований считать, что получилось создать искусственный, в кавычках, интеллект. Хотя, если мы используем определение, которое дал Пинкер, то есть умение делать прогнозы, или, например, можно дать еще одно определение, умение решать задачи, причем просто абстрактное умение решать задачи, тогда интеллект есть и у животных, и у людей, и тогда интеллект есть в том числе и у компьютеров, действительно. Просто тут определение подобрано специально таким образом, чтобы и то, и другое подходило. Вот. Правда, следует заметить, Пинкер пишет: «Все это не означает, что мозг работает как электронная вычислительная машина, что искусственный интеллект когда-нибудь повторит разум человека, или что компьютеры разумны, в том смысле, что обладают субъективным восприятием от первого лица. Но это действительно предполагает, что мышление, интеллект, воображение и креативность – это формы информационного процесса». Нет, не предполагает. «Хорошо изученного и вполне материального». Нет, вообще не предполагает. Аналогию нельзя провести. Ты сам только что написал. Ты сам только что написал, что нельзя. Как? «С помощью вычислительной теории разума когнитивные науки изгнали, по крайней мере, одного духа из машин». Как изгнали? Что изгнали? То есть было провернут дух из машин? Нет, было предложено просто альтернативное объяснение. Альтернативное объяснение никого ниоткуда и не изгоняет. Алло, проснитесь. Алло, проснитесь, люди, как бы из-за того, что вы дали объяснение какому-то объекту, это не значит, что все противоположные альтернативные теории растворяются в воздухе, исчезают и уничтожаются. У вас есть два способа избавиться от этих теорий. Во-первых, их опровергнуть, например, опровергнуть духа из машины, а с другой стороны, на 100% доказать свои представления. Готов ли Пинкер сказать, что представления когнитивистики на 100% безапелляционно абсолютно доказаны, и никаких споров, никаких изменений в данной концепции быть не может? Хороший вопрос, да. Дальше продолжаем. Пинкер делает преждевременный вывод о том, что мышление, интеллект, воображение и креативность – это форма информационного процесса. Ну, как преждевременный? Просто слово «информация» здесь крайне широко специально подбирается, поэтому оно так у него и получается. Хотя, если мы определяем интеллект как способность решать задачи, да, ну, может быть, оно и пойдет. Но тут мы просто можем переопределить все эти слова, чтобы они подходили и к машинам. Но интеллект человека и интеллект машины – это два совершенно разных процесса. Человек решает задачи, объединяя множественные способности. А насколько они изучены, не исследователям на самом деле в данном случае даже решать. То есть, ну, они исследуют, они считают, что они что-то там открыли, а может, они неправильно открыли, может, они ошиблись. И всегда люди ошибались, ученые всегда ошибались, мало ли. Мало ли они заблуждаются и переоценивают себя, а такое было просто всегда во всей эпохе человечества, ученые заблуждаются.
заблуждались, считали что-то там, и потом это оказывалось вообще в обратную сторону. Не так. И это было очень, это очень часто происходило в нашем мире, поэтому, ну, простите, я, например, не готов, прям вот так вот взять и сказать, типа, все, доказано, все, все доказано, не ебать, что сказано, короче, да, и поехали. И также непонятно, как когнитивные науки знали духа из машин, только дав альтернативные и более подробные объяснения, так это чепуха просто, и все. Вторая идея. Разум не может быть чистым листом, потому что чистый лист ничего не может. Вообще глупость. Здесь просто и обсуждать даже нечего. Вот эту главу, вторую идею обсуждать нечего, потому что это очередная глупость Пинкера, которая опять переносит нас на свойства чистого листа, а не на его заполненность. Он подрезал этот аргумент у Лейбница, замечу. Да? Пинкер говорит о том, что нет никакого чистого листа, потому что существуют врожденные механизмы научения. Но это не противоречит чистому листу. Сам Лок довольно подробно описывал механизм, как знание откладывается в сознание, то есть был механизм научения, есть механизм научения у Лока. Я искренне не понимаю, почему Пинкер критикует не сам механизм, а именно понятие чистого листа. То есть у Лока есть ложные представления о том, как устроен механизм познания. Понимаете, в чем дело? Вот, у него есть, его можно критиковать. Его можно критиковать с точки зрения когнитивистики, шуистики, биологии, шуилогии, всего вот этого шуе-дискурса можно критиковать легко. И это бы как раз было бы хорошо. То есть, если бы он обратил внимание на сам механизм, а не опровергал его существование у Лока, вот было бы хорошо. Тогда бы он победил, так скажем. Так вот. Почему-то, да, по представлениям Пинкера, по его мнению, чистый лист исключает и противоречит механизму записи, несмотря на то, что сам Лок этот механизм описывал, и описывал подробно. Но вот мы здесь и наблюдаем расхождение с наукой, ибо его механизм абсолютно не научен, и его можно было бы опровергнуть. Можно, Пинкер, не нравится чистый лист, опровергни механизм. Не нравится Лок, опровергай механизм, который он там вкладывал, и все будет хорошо. Пинкер пишет, существует широко распространенное убеждение, что коннекционистские модели и их разработчики привержены крайней форме эмпиризма, и что любых разговоров о каких-либо врожденных знаниях надо избегать как чумы. Мы совершенно не согласны с этой точкой зрения. Существуют убедительные причины верить, что некоторые виды предварительных условий в моделях научения необходимы. На самом деле, все коннекционистские модели нуждаются в некотором количестве допущений, которые можно рассматривать как внутренние ограничения, но не как врожденные идеи. Пинкер, не как врожденные идеи. Что ж ты делаешь-то? И вот Пинкер цитирует авторов, которые якобы не придерживаются концепции чистого листа. И они тоже почему-то говорят о механизмах. Проблема заключается в том, что Лок не писал о том, что человек это абсолютное ничто, без каких-либо способностей, восприятий, чувств и так далее. Лок вполне размышлял в границах своей эпохи, когда все рассуждали о человеческих способностях. Эти способности уже содержат в себе некоторые механизмы. И сама концепция чистого листа не противоречит этим механизмам. Третья идея, которую перечисляет Пинкер, это идея бесконечного разнообразия поведения. Да, бесконечное разнообразие поведения может быть создано конечным количеством комбинаторных программ разума. Тут логическая ошибка. Умножение конечного числа на конечное число дает бесконечное число. Нет, умножение конечного числа на конечное число дает конечное число в итоге. Другое, только большее. Ну, смотря что он понимает под программами разума, с другой стороны, да, ну, и может быть это такое большое число, которое никак не обозначить, может быть, да, может быть оно не столько бесконечное, сколько неограниченное, да, то есть опять же, вопрос в том, насколько механизм в себе этих чисел содержит, то есть является ли сам механизм законченным, да, конечным. Потому что мы можем сказать, что конечное количество вот этих программ разума, комбинаторных программ разума, оно может формулировать, оно само бесконечно внутри себя. Оно само себя бесконечно обновляет и увеличивает. Может быть, тогда
Да. Но окей, я все равно в этом высказывании не уверен, оно нифига не очевидно просто на самом деле. Просто что мы понимаем под программами разума? Ну это да, это еще и при условии, что содержание, которое комбинируется бесконечно. И это все равно не противоречит чистому листу. Тоже важно заметить. Само высказывание спорно, но при условии, да, что есть некоторое бесконечное содержание, то окей. И также, если механизм этот может как-то корректировать себя, да, то есть механизм содержит в себе возможность изменяться, тогда тоже да. Но это надо бы прописать. Четвертый, новая идея, Пинкер пишет. В основе поверхностных различий мировых культур могут лежать универсальные психологические механизмы. Ну, могут лежать. А могут не лежать. И чё? И чего? И ничего не опровергнуто, и ничего не доказано. Ну и что дальше? Ну, могут лежать, короче. Может быть то, может быть это. Ну окей. Пятая идея. Разум. Сложная система, состоящая из множества взаимодействующих частей. У меня даже, кстати, следующий вопрос возникает. Они вообще уверены в том, что разум существует? Также важно понять, одинаково ли они с Локом понимают разум, а то получится, что мы критикуем Лока за то, что есть некоторые психологи, которые понимают разум другим образом, отличным от понимания социологов, философов и всех прочих. Если это так, то вообще вся книга не имеет никакого смысла, потому что автор не аргументирует, почему он выбрал те или иные определения в качестве наиболее значимых, и не убеждает нас в том, что мы должны отказаться от старых терминов. А если у нас разные термины, то и многие проблемы Пинкера здесь являются просто надуманными. Как-то так? Продолжает Пинкер. Второй мост между разумом и материей – это нейронауки, особенно когнитивная нейробиология. Наука о том, как мышление и эмоции встроены в мозг. Важно понимать, что наличие моста или очередного, это уже я продолжаю, важно понимать, что наличие моста или очередного возможного объяснения – это еще не истина в последней инстанции. Всегда можно сказать, мол, это лучшее объяснение, которое мы смогли придумать. И ответ тут прост. Потому что в создании этого моста принимало участие большое количество людей, которые имели доступ к исследованиям и технологиям. Потому у них заведомо было преимущество, да, и была такая цель построить этот мост. Конечно, они его построили. У них были ресурсы для того, чтобы его построить. По сути, в этом и заключается основная характеристика их дисциплины. Натуралистические гипотезы о связи мышления и мозга задолго до этого имели проявление в философии. Ну, например, Кабанис, у нас есть философ такой, известный материалист. Но важно отметить, что они проигрывали по убедительности и распространенности всем остальным, пока за эти идеи не взялась наука, обладающая ресурсами и людьми, которые готовы вложить данные исследования в своей жизни. Также важно еще раз подчеркнуть, что они находят в этой дисциплине именно тот факт, который эта дисциплина должна была искать. Так что мост здесь оказывается скорее самопровозглашенным учеными. А вот альтернативные концепции, как и положено в научной среде, просто игнорируются. Не пристало интеллектуальной монополии отвечать на философскую критику. Пинкер пишет. Можно считать, что деятельность мозга по обработке данных, порождает разум. Или можно считать, что она и есть разум. Но в любом случае, доказательств того, что каждый аспект нашей интеллектуальной жизни полностью зависит от психологических процессов в тканях мозга, более чем достаточно. Может быть и достаточно, но вместо достаточных доказательств Пинкер приводит примеры. Когда хирург посылает в мозг пациента электрический сигнал, его посещают живые, правдоподобные переживания. Химикаты, проникшие в мозг, могут изменить восприятие человека, его настроение, мышление и даже личность. Если отмирает участок мозговой ткани, может исчезнуть часть разума. Неврологические пациенты теряют способность, называть инструменты, узнавать лица, предвидеть последствия своего поведения, сочувствовать другим, держать в уме область пространства или своего собственного тела. Так что Декарт ошибался, когда утверждал, что разум полностью неделим, и что поэтому он совершенно отличается от тела. Ну, во-первых, про Кортезия. Прав он был или не прав, вопрос, безусловно, хороший. Вопрос, безусловно, хороший. Вот. Но есть здесь одна большая категорическая проблема.
большая категорическая проблема. То есть все эти высказывания никак не опровергают убеждения Декарта о, собственно, двух, в общем-то, субстанциях. Неожиданно. И опять же важно заметить, что многие сторонники дуализма современные, они скорее берут и прорабатывают возможности вот этой некой видимой связи между, в общем-то, между субстанцией протяженной и субстанцией мыслящей, так скажем. Да, выразим эту мысль вот таким образом. Ну тут как-то так. Может быть, разум и неделим, но, получая физиологические повреждения, конкретный организм теряет доступ к некоторым его, в общем-то, свойствам. Важно также еще и понимать, что в картине мира Кортезия есть определенного рода метафизика. А поскольку есть метафизика, ну, ее исследовать довольно сложно. Научными методами имеется в виду, да, то есть... Метафизика-то Декарта, она не опровергнута учеными, так что что-то вот как-то здесь непросто. Продолжаем. Каждый из этих примеров можно обойти. Обратим внимание на то, что Пинкер оспаривает положение Декарта о том, что разум является неделимым. Попробуем его защитить, имея на руках те же наблюдения. Хирург. Впрочем, вообще непонятно, какую проблему здесь показывает нам, собственно, хирург, потому что дух в машине Декарта так или иначе мог воспринимать протяженный мир. Следовательно, протяженный мир мог воздействовать на восприятие. Когда на мозг воздействует электричеством, можно описывать это в понятиях восприятия, да и просто можно в физиологических понятиях это описывать, вообще никак не опираясь на Декарта. Ну, типа, как бы восприятия-то они поступают в наш разум, в наш духовный мир, и мы, соответственно, с этим работаем. Ну, а теперь больше восприятий поступает, ну и хорошо. А теперь вообще не поступает, ну и ладно. По какой-то причине, второй пункт, Пинкер снова говорит про восприятие, хотя с ними и без того все понятно. Я думаю, что Кортезий и так догадывался о том, что если вырвать человеку глаза, то он перестанет видеть, а если отрезать руки, то он не сможет ощупывать все своими ладонями. Пинкер предлагает нам очередное фейковое опровержение. Впрочем, тут есть подпункты в виде настроения, мышления и даже личности. Допустим, что химикаты в терминах противоположной теории буквально меняют личность, то есть переселяют в машину другой дух. Вот и все, фальсифицировать это не получится, ну и противоположное тоже. Новая личность похожа на старую, но у нее не хватает тех или иных функций. Таким простым способом мы обходим и все прочие уколы Пинкера. Ну, вообще без вопросов можем их обойти, никаких проблем у нас это не вызывает. И если бы против него выступали реальные сторонники декартовской позиции, то их ответ мог бы быть куда серьезнее и обстоятельнее, чем мой, потому что они придерживаются этой позиции и аргументы здесь собирают. А если бы они еще имели доступ к экспериментам, возможно, они смогли бы создать свою альтернативную науку и побеждать, доминировать в спорах. Образованные люди, пишет Пинкер, конечно же, знают, что восприятие, мышление, речи и эмоции таятся в мозге. Вот это риторическое воздействие на аудиторию. А Кортези-то так не считал. Ну, относительно мышления, например. Относительно мышления он так точно не считал. Впрочем, Пинкер и не собирается полностью рассматривать позицию всех современных оппонентов. Для них, в общем, для него их не существует. Существует только Декарт, который жил несколько столетий назад, как и положено в среде саентических фанатиков. Просто показываются старые образцы тех или иных позиций, а потом проговаривается волшебная формулировка. Тогда философы не имели тех данных, которые мы имеем сейчас. Поэтому они дураки. И делается вывод, что эти философы были неправы, без права на ответ, защиту или проведение собственного исследования, потому что они уже умерли. А те люди, которые в современности могут заниматься теми же самыми проблемами и вопросами, у них нет ни средств, ни исследований, ни материалов обычно, да, и их обычно просто автоматически называют мошенниками, шарлатанами, дураками, идиотами и так далее. Пинкер пишет, когнитивная наука доказывает, что я это просто одна из сетей в мозговых системах. Да, замечу, да. Что без доказательств это суждение выглядит так. Гегелианская наука доказывает, что я это просто отражение абсолютного духа, а если вы в это не верите, то изучите, пожалуйста, все книги по гегелианству. Да, еще одна черта фанатичного саентиста. Он разбрасывается названиями дисциплин, именами исследований, а вот их аргументы не озвучивает. А если и озвучивает, то они обычно довольно слабые. И Пинкер мог бы
это обнаружить, даже если бы познакомился с современными дискуссиями в той же аналитической философии. Ну, вы знаете, я небольшой фанат аналитической философии, но дискуссии в аналитической философии, их уже, в принципе, достаточно, чтобы усомниться в позиции Пинкера. И было бы круто, если бы он разбирал эти дискуссии, если бы он там просто говорил, вот этот философ говорит на данный пример что-то вот такое, и он не прав там. Сёрли со своей вот этой вот китайской комнатой, он не прав, потому что. Да, нет, этих людей даже не существует. Вы чего? Их просто нет. Вот шахтер Финиас Гейдж существует. Вот. Вот и все. Когнитивные нейроученые, пишет, собственно, Пинкер, не только изгнали духа, но и доказали, что мозг даже не содержит такого отдела, который мог бы выполнять приписываемые духу функции, проверять факты и принимать решения, которые остальной мозг исполнял бы. Ой, опять наука доказала, наука изгнала. Это реально все, что показывает нам Пинкер. Это реально все опровержения. Науку доказала, наука изгнала. Ну, круто. В целом, чтобы так заявлять, достаточно насоздавать разных дисциплин, а потом говорить, ну, шуиология, она доказала, что санитары садисты. Христианология доказала, что Бог есть. Буддоведение показало, что можно обрести нирвану и стать Буддой. Мы создаем дисциплину и, короче, дальше продолжаем ее, в общем, на ней спекулировать. Ну, прикольно? Нет. И тут начинается самое фееричное, потому что для продвижения одних идей необходимо противоречить другим идеям, а в поддержку вторых тоже есть факты. Например, есть незыблемый факт нашей собственной сознательности, который лежит в основании всех наших размышлений, эмпирического опыта и многих других вещей. И как же о нем говорит Пинкер? Пинкер пишет. Каждый из нас чувствует, что есть единственное «я», стоящее у руля. Но это всего лишь иллюзия, результат упорной работы мозга, как и впечатление, что поле нашего зрения заполнено деталями от края до края. Но заметим, что он занимает позицию иллюзионизма, не приводит никаких доказательств своей правоты, несмотря на то, что он объявляет одной из самых очевидных и бесспорных вещей в нашем феноменальном опыте иллюзий. Иллюзионизм требует аргументов, потому что иначе, ну, просто никак. Иллюзионизм, исходя из нашего опыта, просто совсем не очевиден. То есть, да, опыт нашего сознания, нашей сознательности, это тот опыт, который мы обретаем чуть ли не раньше всего, и который является самым очевидным при нашем анализе нашего внутреннего мира, феноменологии и так далее, так далее, так далее. Объявить наш внутренний этот опыт сознания, да, соответственно, иллюзией, это буквально то же самое, что объявить иллюзией весь окружающий нас мир. То есть это концепция одинаковой степени, так скажем, сомнительности. Если вы уверенный в себе сторонник симуляций, вы должны иметь доказательства. Ну вот реально просто, ну, очень странно будет, если вы просто так придерживаетесь теории симуляции. Очень странно. И то же самое, просто так придерживаться иллюзионизма внутри уже про вопроса осознания. Это тоже крайне странно. Без веских аргументов вас мало кто будет слушать. И на самом деле вы такой же фрик в данном случае, ну, в хорошем или в плохом смысле, вы такой же фрик, как и сторонник теории симуляции. Вот. Я замечу, я не сторонник, я привожу аргументы к симуляциям, но я не сторонник теории симуляции, это важно. Так вот. И дальше продолжаем. Если сознание иллюзия, тогда почему бы иллюзии не оказаться всему остальному? Может быть, весь наш окружающий мир это тоже иллюзия? Почему бы и нет? Сознание иллюзия. Самый главный центр нашего восприятия, опыта, обработки информации и всего остального, через что мы там что-то там пропускаем, да, и наш феноменологический опыт пропускаем, оказывается, это иллюзия. Самое достоверное, самое лучшее, самое близкое, самое, в общем-то, понятное и самое очевидное что-то оказывается иллюзией неожиданно. Почему тогда всему остальному иллюзией не оказаться? И почему бы тогда всему нашему опыту не оказаться иллюзией? Потому что сознание, оно у нас в голове, ну, это одно из фундаментальных таких вот вещей, которые в нашем опыте прописывается, осознается и прорабатывается. И которое является даже, так скажем, фундирующим свойством для образования всякого опыта. Почему, если это иллюзия, почему тогда все остальное не может быть иллюзией? Очевидно. А то было бы довольно странно. Сознание иллюзорно, а вот опыт истинен. Если опыт тоже иллюзорен, то иллюзорен и эмпирический опыт. А если последний иллюзорен, то ложные все науки, которые на нем основываются. То есть все естественные науки иллюзорны. А если это так, то наука уже ничего доказать не может. Вот как-то вот так вот у нас получается такая схема рассуждений. Продолжаем.
Одна, Пинкер пишет. Одна из самых впечатляющих демонстраций иллюзии единого я, да, предложена нейроучеными Майклом Газанингом, Газанингой, интересная фамилия, и Роджером Спери, которые показали, что когда хирург рассекает мозолистое тело, соединяющее два полушария, он фактически разделяет единое я на два. И каждый из полушарий может демонстрировать свободную волю, не советуясь и не спрашивая согласия у другого. И более того, левое полушарие постоянно сочиняет логичные и неверные объяснения поведению, выбранному правым полушарием, без его ведома. Ну, в таком случае мы не знаем, с кем осталось подлинное я или сознание, это во-первых, потому мы не можем заявить, что я разделилась, потому что мы судим здесь не по внутренним переживаниям, а по поведению людей. Пинкер, я напоминаю, критиковал бихевиоризм, но в итоге свел все к нему. Вот самый важный момент аргументации в итоге был сведен к бихевиоризму, получается. То есть мы судим по поведению человека. Вот каждый человек ведет себя так, как будто бы у него есть свое я. И мы не знаем, куда я попала. Его подлинное, истинное, там, изначально, оно исчезло. Когда мозг разделился, что могло с ним случиться? Оно могло исчезнуть. Оно могло перейти на одно полушарие, могло перейти на другое полушарие, могло разделиться на двое, что вообще на фэнтези немножко похоже, и неизвестно, куда пошло то самое сознание. И Пинкер не дает нам ответ на этот вопрос, на самом деле. Далее Пинкер пытается также нелепо ударить по трем изложенным в прошлых главах концепциям. И, как всегда, мимо. Третий мост между биологическим и психологическим – поведенческая генетика. Наука о том, как гены влияют на поведение. Ну, далее идет пример про разное поведение двух видов шимпанзе. Ну и, наконец-то, что-то похожее на аргумент. Давайте его и прочитаем. Близнецы. Все. Вот это вот тема, которая здесь будет одной из основных. Это, наверное, единственный аргумент, которым будет Пинкер реально спекулировать, использовать это. Реально хоть аргумент, который хоть чего-то стоит, на самом деле. Один из немногих аргументов, который имеет смысл разбирать. Идентичные близнецы думают и чувствуют настолько одинаково, что иногда подозревают, что связаны телепатически. Ну, это как бы, это уже как бы, да, литература. Но продолжаем. Разделенные при рождении, встретившись с взрослыми людьми, они говорят, что чувствуют, будто знали друг друга всю жизнь. Тесты подтверждают, что идентичные близнецы, разделенные при рождении или нет, пугающе похожи, хотя далеко не идентичны. Практически в каждом качестве, какое только можно измерить. Они похожи в речевом, математическом и общем интеллекте. В уровне удовлетворенности жизнью и личных чертах, таких как открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, интроверсия, доброжелательность, враждебность и невротизм. У них похожие подходы к спорным вопросам, вроде смертной казни, религии и современной музыки. Вот в этом я совсем не уверен, на самом деле. Ну да ладно. Они повторяют один другого не только в бланковых тестах, но и в закономерностях поведения, таких как азартные игры, разводы, преступления, несчастные случаи, просмотр телепередач. Они могут похвастаться десятками общих специфических особенностей, вроде беспрестанного хихикания, привычки давать распространенные ответы на самые простые вопросы и макать в кофе тост, намазанный маслом. Или как в случае с Абигейл Бан Бурен и Энн Ландес, писать совершенно одинаковые колонки жизненных советов. В смысле, совершенно одинаковые. Слово в слово одинаковые. Это я тоже не верю. Это какая-то глупость, честно говоря. Ну ладно, продолжаем. Мне кажется, очень плохо описан эксперимент, во-первых, да, с близнецами. Но это не проблема самого эксперимента, это скорее проблема Пинкера. Пинкер плохо описал этот эксперимент. Так вот, ну, поехали. Близнецы. У них похожие гены и похожая судьба. Чтобы быть уверенными в том, что решающую роль здесь играют гены, нужно убедиться в том, что не существует других факторов похожести. Но мы не можем в этом убедиться. Предположение, какое мы можем выдвинуть. Допустим, у близнецов одна душа на двоих. Один дух в машине, один дух на две машины, допустим. Объясняет ли это похожесть близнецов? А чё нет? Почему нет? Объясняет. Этим можно объяснить похожесть близнецов. Еще можно миллиард объяснений придумать. Этого уже вполне достаточно для того, чтобы объяснить все эти явления, но наука, будучи сугубо натуралистической, не может принять такое объяснение. Наука догматически исходит из натурализма.
и дает только натуралистические объяснения, а потому, если у предложенных явлений существует только натуралистическое измерение, то ответ, как ученым кажется, уже найден. Также я бы задал вопрос о похожести. Что вообще здесь понимается под похожестью? Что это за абстрактная похожесть? Да? Как у них, например, могут быть похожие подходы к религии, если религия буквально зависит от того, кто и где воспитывался и родился? Вот если этого ребенка отправить в исламскую страну, вот у вас есть один близнец, и другой близнец. Один близнец, собственно, остается в Америке, допустим, в Америке все проводилось, скорее всего, а другой отправляется в исламскую страну. Ну, собственно, один ребенок, скорее всего, выберет себе религию, исходя из своих предпочтений, там, из предпочтений своей семьи и своих некоторых собственных ощущений, да, то есть тут будет сложный процесс выбора, но у него будет выбор, а другой просто станет мусульманином. Потому что иначе его убьют, например, забьют камнями или еще что-нибудь сделают. Ну, в любом случае, но даже если не забьют и не убьют, ему удобнее будет принять ислам на той территории, если он будет воспитываться в исламской семье. Так что, честно говоря, непонятно. Я в целом, наверное, соглашусь, что от врожденных качеств будет вообще влиять, какую разновидность религии мы выберем. Почему? Ну, например, если вы... Ну, очень дикий джигит, который прям, вах, какой сильный, крутой, вам вряд ли подойдет буддизм. Буддизм – это больше про спокойствие. Если вашу нервную систему очень сложно успокоить, например, да, вам лучше верить в какую-нибудь более активную религию. В религию какого-то активного действия. Буддизм – это не религия активного действия, хотя в буддизме есть представление о правильных действиях, но буддизм в среднем, не весь, конечно, буддизм, там тоже есть всякие шаолинские буддийские монахи, которые занимаются боевыми искусствами, но в большинстве случаев, да, среди большинства представителей буддизм – это скорее правильное пассивное действие, да, пассивное в смысле, ну, не очень активное. С другой стороны, если вы склонны ко всяким медитациям, размышлениям, к внутреннему диалогу там, и так далее, и так далее, и так далее, всякие мистические штуки для вас подойдут больше. Ввиду этого, ну, мистические, медитативные, духовные практики всякие. Поэтому, скорее всего, вы будете отбирать религии, если у вас вообще будет возможность выбора среди таких вот концептов вещей. То есть... Ну и это, кстати, не странно и не, в общем-то, плохо, что оно так происходит. Ну, например, вот у вас два близнеца. У двум близнецам свойственно некое медитативное состояние, некоторая задумчивость. Соответственно, это не врожденная идея, никак идею чистого листа это не опровергает, ничего врожденного здесь идейно нет, но вот свойственно человеку быть более спокойным, но при этом у него в голове протекают какие-то мыслительные процессы постоянно, и он хочет их успокоить. У него есть желание их успокоить, потому что они ему мешают жить. Выбирать христианство в данном случае не имеет какого-то большого смысла, да. Выбирать, не знаю, науку тоже как таковую, как религиозное представление, тоже, наверное, не имеет какого-то большого смысла и становиться атеистом. Хотя тоже можно, хотя тоже можно. Ну, буддизмы всякие, да, где-нибудь индуизм и буддизм, они будут здесь в приоритете. И, скорее всего, человек выберет такую религию внутри вот своей Америки, которая лучше представлена. Если в Америке больше буддистов, там, например, а не индуистов, то, например, скорее всего, человек выберет что-то похожее на буддизм. Ну, или, скорее всего, он просто на йогу пойдет, в йоге, а на йоге что ему там подкинут, то он, собственно, и получит. Тут важно, да, понимать, что некоторые религии так или иначе более опираются на те или иные особенности человека и его внутренние некоторые качества. Так что это тоже не вполне удивительно, что это как-то все это очень сложно определяется на самом деле. И то, что иногда религии у близнецов могут совпадать, я не думаю, что всегда. Я не могу себе представить, что всегда на самом деле. Я даже вообразить этого не могу. Чтобы все близнецы исповедовали одну и ту же религию. Ну, то есть, вот и близнец Вася, и близнец Петя, и вот у них обязательно одна и та же религия. Ну, скорее всего, это все объясняется очень простыми предрасположенностями к определенным религиозным практикам и идеям, да, с одной стороны. Предрасположенность к идее не есть внутренняя врожденная идея, важно заметить тоже, да, ну и так далее. Также я могу сказать, а вдруг в самом эксперименте допущено несколько грубых ошибок, которые привели к формированию некоторых похожестей. Например, близнецы брались из какой-то конкретной среды и были разделены не так уж основательно. Например, помещены в среду довольно похожую, например. Впрочем, это и не важно. Допустим, что наблюдения верны и проведены достаточно хорошо.
Это не значит ровным счетом ничего, потому что ученые могли бы учитывать разного рода факторы, да, выходящие за их компетенцию. То есть они могли не учитывать разного рода факторы, выходящие за их компетенцию. Как я уже выше написал, например, общую душу. Сам я не являюсь сторонником существования души, но для меня также сами эти гены в этом плане мало отличаются от души, потому что это очень концептуальная схема. А то, что ученым кажется, что они знают, это сформировано догмами их сообщества, которые заключаются в методологии и ее натуралистических ограничениях. Вообще, любят сайентисты все упрощать и оглуплять нас. Любят они, когда мы не имеем альтернативных решений тех проблем, которые кажутся им уже решенными. Они запрещают нам думать над теми выводами науки, которые кажутся достоверными. И я уверен, что многие люди, досмотревшие до этого момента, скажут, что автор данного видео просто сумасшедший или занимается демагогией. Ну, это из догматизма проистекает, к сожалению. Если люди не готовы рассматривать аргументы, не готовы рассматривать предложенную позицию, и люди просто хотят кого-то обозвать, потому что, ну, они просто фанатики. Они просто фанатики внутри своего религиозного научного течения. Эти люди, они в принципе совсем отказались думать о науке, потому что они думают научно, понимаете, они отказались думать от науки, потому что они уже думают научно. У них уже, в общем, сформирован алгоритм фейкового мышления. Это не настоящее мышление, непродуктивное. За них думают определенные алгоритмы, которые принято считать достаточными. Но я эти алгоритмы не считаю достаточными, достоверными и правильными, и верными не считаю. Впрочем, дальше Пинкер аргументирует генетики в духе генетики доказали. Но я опровергать генетиков точно не могу и не буду, не моя дисциплина, не разбираюсь все-таки. Да? Сомневаться имею право, но опровергать не буду, не моя тема. Впрочем, это не мешает мне сомневаться в их результатах. Генетики тоже ученые, а научная методология во всех своих интерпретациях сомнительна. Наука рассуждает слишком просто о тех вещах, в которых могут быть трудности. Например, тот же Пинкер приводит в пример больную семью, у которой в ДНК найден один нуклеотид. Тупые ученые сразу спешат сделать вывод, что в нем-то и кроется разгадка. В этом и вся наука, к сожалению, заключается. Ученые поспешно и часто, в общем-то, считают знанием те вещи, которые даже в натуралистическом измерении могут оказаться ложными. Например, как теория Ньютона. Пинкер продолжает. Какой бы ни была их окончательная интерпретация, открытие бихевиоральной генетики значительно повредили идеи чистого листа и его доктринам-компаньонам. Лист не может быть пуст, если различные гены могут сделать его менее или более умным, разговорчивым, безбашенным, застенчивым, счастливым, совестливым, невротичным, открытым, необщительным, веселым, толстяком или любителем макать хлеб маслом в кофе. Так вот, проблема в том, что могут. Потому что, опять же, большая часть того, что перечисляется, это скорее качество самого листа, а не то, что на нем написано. Исключением разве что может служить последний пункт про хлеб. Но, как я понял, человека в рамках среды все равно можно отучить махать хлеб с маслом в кофе. Так что вот тут как-то вот такое. Может быть, человек, он чисто физиологически нуждается в этом масле в кофе. Может, ему вот нравится, и далеко не всегда такие наблюдения происходят. Так вот, эта идея для него не является врожденной. Возможно, те же гены формируют некоторые предрасположенности, которые с некоторой вероятностью могут реализоваться. Проще говоря, макание хлеба с маслом в кофе не является врожденной идеей, но является вероятным действием, которое иногда у близнецов совпадает. Впрочем, опять же, надо смотреть результаты экспериментов, чтобы убедиться в том, что Пинкер не выдает некое совпадение за реальный значимый фактор. Пинкер пишет. По наследству может передаваться не только неприятный темперамент, но и конкретное поведение с реальными последствиями. Одна за другим исследования показывает, что склонность к таким асоциальным поступкам, как вранье, воровство, драка, вандализм, частично наследуется. Хотя, как и все наследственные черты, в одной среде они проявляются чаще, чем в другой. Опять же, с оговоркой, да, в одной среде появляются чаще, чем в другой.
И тут же, опять же, вместо конкретных поведений приводятся абстрактные. Какая-то абстрактная драка, какое-то абстрактное воровство, какой-то абстрактный вандализм. И вроде бы кажется, что если человек более агрессивен, то вероятность его участия в драке возрастает. И, в принципе, это очевидно, да? Как следствие, мы будем получать позитивные результаты. Вранье так вообще повсеместно. А также может быть связано с более абстрактными характеристиками. Я лишь клоню здесь к тому, что все эти, в кавычках, конкретные поступки не очень конкретные, вытекают из качеств чистого листа. То есть не опровергают его. Гены не закладывают в голову человека идею о том, что он должен воровать или драться. Что опровергло бы теорию чистого листа. Они влияют, если это они, более утонченно. Думаю, с этим Пинкер согласен. Гены, пишет Пинкер, даже если они никак не определяют нашу судьбу, не слишком согласуются с ощущением, что мы духи в машинах. Отчасти можно согласиться, но есть один нюанс. Это две объяснительные модели. Мы можем выбрать одну из двух призм. Одну из двух. Либо мы верим в науку и гены, либо в духи в машинах. И это нормально. Обе объяснительные модели релевантны. Пока не доказано обратного. Пинкер нам не оставляет никакого выбора. И чисто по-братски говорит, наука уже все доказала. Можно расслабиться, можно перестать думать и участвовать в дискуссиях. Это не прямая цитата, если что. Да, здесь уже все понятно. Вот Пинкер как будто бы нам на это постоянно намекает. Но я не согласен в этом посыле. Четвертый мост между биологией и культурой – это эволюционная психологическая наука. Эволюционная психология, наука о психофилогенетической истории и адаптивных функциях разума. И дальше идет просто проповедь без доказательств. Приведу примеры, чтобы не быть голословным. Эволюция – это основа понимания жизни, в том числе человеческой. Как все живые существа, мы результат естественного отбора. Мы здесь потому, что унаследовали черты, которые помогли нашим предкам выжить, найти партнера и дать потомство. Этот важнейший факт объясняет наши глубинные устремления. Почему неблагородное дитя хуже ядовитой змеи? Почему все согласны с мнением, что холостяку с хорошим доходом непременно необходима жена? Почему мы не уходим спокойно в страну вечной тьмы, а из последних сил боремся за каждый лучик света. Эволюция – ключ к пониманию самих себя, потому что приметы замысла, если мы говорим о человеке, не заканчиваются устройством глаза или сердца, при этом своей изысканной конструкции глаза бесполезен без мозга, итог его работы, не бессмысленные узоры, скринсейвера, а исходник для вычислительной схемы, по которой создаются достоверные образы внешнего мира. Впрочем, в данной главе автор допускает все те же ошибки. Он опровергает чистый лист, который не опровергается эволюцией. Также он опять утверждает, что наука доказала без конкретных ультимативных аргументов. О науке можно говорить много, но я замечу, что многие идеи о критике науки изложены в моих статьях и книгах, а потому, если вам интересно услышать подобную аргументацию, то обращайтесь к прочим источникам, моим в том числе, и не только моим. Здесь я пытаюсь уместить критику в довольно сжатые рамки, а книга, которую мы разбираем, очень большая. Наука – это то, в чем современный мыслящий человек обязан сомневаться прежде всего, потому что именно она навязывается нам в процессе образования и становления эффективнее всякой религии. Одним из важнейших маркеров современного мыслящего человека является антисаентизм. Да. Глава 4. Дошли до 4 главы, их вроде 5 здесь будет. Фух, движение, конечно, медленное. Да, глава 4. Ценители культуры. Первый шаг на пути соединения культуры и науки природы человека – это понимание того, что культура, при всей своей важности, не какая-то субстанция, проникающая в человека сквозь кожу. Да, давайте, соответственно, просто примем это. Культура опирается на нейронные связи, обеспечивающие нас даром, который мы называем научением. Поняли? Все. Доказательств не будет, кстати, да? Эти связи не превращают нас в слепых подражателей. Они должны работать удивительно тонко, чтобы сделать передачу культуры возможной. Вот почему фокусирование на врожденных умственных способностях не альтернатива вниманию к научению, социализации, культурной среде, а скорее попытка объяснить, как они работают. Ну вот. Основная проблема, как мне видится,
да, заключается здесь в том, что ученые имеют довольно поверхностное представление о том, как работает культурология. И что культурология вполне может описывать работу самих ученых в рамках своих терминов, как одну из культурных традиций. Вот. И в этом кроется главная проблема объединения разных наук. Чтобы их объединить, надо кого-то унизить. Принизить даже, лучше сказать. Потому что все фундаментальные дисциплины обладают достаточным языком, чтобы через свою призму описывать в том числе и другие дисциплины. И вопрос тут же будет заключаться в том, кто и кому будет подчиняться. Да? Кто кого принизит, тот того унизит. Пинкер, очевидно, предлагает, чтобы культура подчинялась биологии, чтобы культурология встала на колени перед биологией и приняла ее объяснение самой себя, и с этим закончила, соответственно. И чтобы культурологи были вторичны по отношению к биологам, потому что именно последние вскроют подлинные причины тех культурных механизмов. Да? Вот. Чаще всего, кстати, я не знаю этих самых механизмов, которые разбираются культурологами. Впрочем, это обыкновенный пример дисциплинарной экспансии, свойственной естественным наукам, да и вообще всем наукам, если дать им волю, скорее всего, они все так будут поступать. Биология отказывается понимать специфику других дисциплин. Да, и биологи отказываются. И они смотрят на мир через единственную призму, которую не готовы менять. А вот все остальные, по их мнению, должны сменить оптику, потому что наука работает сучки, видимо. Я не знаю, других аргументов тоже нет здесь. Итак, пишет Пинкер, наш разум оснащен механизмами, предназначенными для чтения целей других людей, что позволяет нам копировать их целенаправленные действия. Кстати, снова подчеркну, что Пинкер употребляет слово «разум» в более широком смысле, чем это принято в философии. Разум считает цели других людей. В общем, в философии под разумом понимается высший тип мыслительной деятельности, который включает в себя способность мыслить общее, анализировать, абстрагироваться и обобщать. Но тут нет чтения целей других людей. И быть не может, потому что обыкновенно нечто подобное не относит к разуму. Я бы вообще здесь сказал, что не существует никаких конкретных способностей человека по типу разума, восприятия, мышления и так далее. Все эти способности условно выделены философами прошлого абстракции. А у нас они представлены единым феноменологическим процессом у нас в людях, в смысле у нас у людей. С чем, кстати, думаю, Пинкер, не знаю, мог бы, наверное, согласиться, тоже не знаю, может быть согласиться, может нет. Но мне видится, что Пинкер, обсуждая и осуждая Лока, использует не то же понятие разума, что и Лок. Пинкер пишет. Многое из того, что мы называем культурой, есть просто аккумулированная мясничковая мудрость, способы обработки артефактов, выбора еды, дележки упавших плодов. Лол. Лол, кек. Но при этом, я замечу, да, что многое из того, что мы называем культурой, не есть просто способ обработки артефактов или обработка артефактов таким образом, чтобы это, что никак, ну, или же, да, то есть, не то чтобы способ обработки артефактов или такая обработка артефактов таким образом, что это никак не способствует выживанию, тоже важно заметить, да. Например, разбавляет досуг и просто делает жизнь более насыщенной. Как по мне, всем очевидно, что некоторые культурные практики способствуют выживанию, а некоторые нейтральны по отношению к нему. То же самое с добычей еды. Далеко не вся культура – это добыча еды. Далеко не вся культура – это, не знаю, дележка плодов. Да и не вся культура – это обработка артефактов, на самом деле. Да. Пинкер пишет. Конечно. Только Прокруст мог бы уместить все культурные практики в ложе прямой экономической или генетической выгоды. Это правда, это мы заметили, он тоже заметил, это хорошо. Но мне категорически не нравится, что биологизация культуры... Не нравится его биологизация культуры, потому что культура в нашем случае это очень сложная вещь. Если и можно объединить биологию и культурологию мостами, то, во-первых, это будет процесс непростой, ибо дисциплины методологически очень разные. Во-вторых, будет иметь место сопротивление с обеих сторон, потому что многие аксиомы в методологиях этих дисциплин разнятся. Итак, пишет Пинкер. Культура – это набор полезных технологических и социальных инноваций, накапливаемых людьми и помогающих им выжить, а не коллекция социальных ролей и символов, выпадающих на их долю. Не, ну если он просто по определению так задает, ну конечно, окей, но просто это далеко не самое распространенное определение в таком случае будет и довольно странное.
Культура, на мой взгляд, ну, то слово, которое мы обычно что-то обозначаем, культура, мы очень редко под ним понимаем набор полезных технологий, социальных инноваций, которые помогают выжить. Наибольший массив культурных особенностей посвящен совершенно другим вопросам и вещам. Пинкер слишком сужает функцию культуры и выделяет одну из самых незначительных, чтобы хоть как-то объединить ее с эволюционной теорией. То есть ему приходится, да, делать акцент на том, что оказывается не самым главным в культуре на самом деле. Пинкер пишет. Получается, что история и культура опираются на психологию, которая в свою очередь основывается на информатике, нейронауках, генетике и эволюции. Но подобная постановка вопроса включает сигнал тревоги в голове. Ну, собственно, как мы видим, опять ad hominem, как всегда в конце, типичный Пинкер. Если вы со мной, собственно, не согласны, то вы дилетанты. А выше просто необоснованная позиция, да, понимаете, да? Может быть, это нейронауки, генетика и эволюционизм опираются на историю, культуру и психологию. Как минимум, последнее утверждение мы можем подтвердить на безграничном количестве фактов самой культуры, исследуя письменные источники и прослеживая, как формируются те или иные идеи, в общем-то, и методы. А что относительно базирования культуры на биологии? Да, толком тоже ничего. Мнение нескольких современных исследователей приводится Пинкером, ну и аксиоматическая аксиоматика биологических наук и вера в то, что биология и ее производные невероятно важны в понимании всех этих вещей. Вот что у нас здесь есть в данной книжке. Мило. Пинкер выстроил в своей голове однозначную иерархию дисциплин, в которой одни важнее других, и наблюдается четкая редукция одних другим. Он, как психолог, полностью передает психологию в руки биологических наук. Но многие ли психологи готовы к такому шагу? Уверен, далеко не все. Что говорить про представителей других дисциплин? Далее Пинкер начинает унижать своих противников-дилетантов, рассказывая о том, что существует хороший и плохой редукционизм, абсолютно не обращая внимания на то, что методологии всех дисциплин, которые он хочет объединить, противоречат друг другу, а потому необходимо создать иерархию в объяснительной силе между разными линзами для изучения мира. Пинкер, будучи фанатичным сайентистом, конечно, думает, что главной линзой будет биология. А о чем еще? Пинкер пишет. Смысл хорошего редукционизма, называемого также иерархическим, не в замещении одной области знаний другой, а в их соединении или унификации. Строительные блоки одной области рассматриваются под микроскопом в другой. Черные ящики открываются, вексели обезналичиваются. Именно об этом он и пишет. Но только Пинкер не знает, что это так не работает, потому что сами аксиомы, из которых исходят те или иные дисциплины, противоречат друг другу. И дисциплины не работают тут по принципу сводимости микроскопов. Социологи и культурологи вообще не изучают такой предмет, на который в принципе можно посмотреть в научный микроскоп или перевести его на язык биологии. Для того, чтобы это стало возможно, нам необходимо создавать биологическую социологию или биологическую эволюционную культурологию. И таковые попытки, конечно, уже имеются, ничего против не имею, пусть будут. И в них я не вижу ничего плохого, да? Плохим, мне кажется, попытка биологической экспансии в другие дисциплины, причем безальтернативной экспансии, когда вам говорится, а вся биология должна быть, вся психология должна быть эволюционной, вся социология должна быть эволюционной, например. Вот это уже плохо. Да. Вот мне кажется, плохой это биологическая экспансия, когда некоторые сумасшедшие фанатики пытаются убедить представителей других дисциплин отказываться от собственных аксиом, потому что, ну, это биология, наука, а вы тупые гуманитарии, ну и все такое. Ведь этим все и заканчивается на самом деле. И основной аргумент на этом, в принципе, и строится. Вы тупые гуманитарии, а у нас тут крутая наука настоящая начинается вообще-то уже, а вы тут фигней страдаете. Разные дисциплины не устроены таким образом, чтобы их можно было безболезненно хорошо отредуцировать. Потому что они строятся на разных философских принципах. Например, естественная наука стоит на принципах тотального натурализма. Если изъять этот натурализм, то исчезнет и всякая уверенность в научных положениях, и даже интерпретациях фактов. Потому что без натурализма на одно и то же явление можно будет посмотреть со стороны бесконечного множества ненатуралистических теорий. И проблема заключается в том, что в большинстве неестественных, в общем-то, наук нет догмы натурализма. Но присутствуют свои убеждения, которые формируют сердцевину данных дисциплин. И они, эти догмы, появились из совершенно иных философских дискурсов.
Общие положения естественно-научного подхода формировались из натурфилософии, эпохи Возрождения и Нового времени. Гуманитарные методы формировались под влиянием абсолютно нейтральной к натурфилософии герменевтики, а социологические исследования из идей Конта, ну, которые, кстати, вполне могут рассматриваться как редукционистские. Вот в случае с Контом, да. Но социология довольно быстро направилась в совершенно другом русле, и там были воспитаны идеи совершенно других философских школ. Культурология, подобно прочим гуманитарным наукам, формировалась в довольно ненаучной среде мыслителей, которые вывели понятие культуры. Многих из этих людей можно было бы также назвать антисаентистами. Пинкер пишет: «Именно так строится мост между биологией и культурой. Великие деятели наук о человеческой природе непреклонны в своем убеждении, что психическую жизнь можно познать, если рассматривать ее на нескольких уровнях анализа, а не только на низшем биологическом». Окей. Да. Но, честно говоря, я не совсем понимаю, зачем той же биологии объединяться со всеми прочими дисциплинами, потому что при изучении предметов этих дисциплин опять придется давать новые определения и понимать под культурой не культуру, а, например, совокупность практик выживания, а вместо социума человеческие популяции. То есть при таком подходе придется искажать и уничтожать основные термины, которые используются в данных дисциплинах. Зачем создавать мост между дисциплинами, если их все равно придется перекраивать до неузнаваемости? Не проще ли остаться на своей территории и развивать представление о популяциях и среде? Пинкер, мне кажется, категорически наивным в области философии и науки. Потому что его анализ строится не на разборе методологически разных дисциплин, а на наивном желании объединить их и получить пользу для всех. Притом, его наивное желание, в принципе, отрицает тот факт, что мы имеем дело с очень разными исследовательскими программами. И если вдруг биология станет выше культурологии, то последняя просто будет разрушена как дисциплина, со своими уникальными методологическими аксиомами. Да, будет биологическая культурология, которая базируется на биологических аксиомах, но будет ли она лучше, вообще неизвестно. Можно попробовать, я не против, чтобы такая попытка была, но... А зачем нам все остальное уничтожать, если все остальное и так работает? И поэтому проект экспансии все же следует проводить категорически осторожно, чтобы это точно не сломало имеющийся механизм. Вот. Вот и последняя глава. Последняя глава, с которой мы будем иметь дело сегодня. Ура! Последняя глава в данном отрезке. Последняя линия обороны чистого листа, друзья. Давайте выдержим эту последнюю линию обороны чистого листа вместе. Вместе будем выдерживать линию обороны чистого листа. Все вместе собрались, потянулись, приготовились. И я думаю, что пишет Пинкер, что у нас есть все основания считать, что разум оснащен набором эмоций, побуждений, способностей к мышлению и коммуникации, и что в любой культуре они подчиняются общей логике. Их трудно стереть и кардинально изменить. Они сформированы естественным отбором на протяжении эволюции человека и обязаны своим базовым дизайном, некоторым его вариациям, информации, записанной в геноме. Эта общая картина должна включать все разнообразие теорий нынешних, будущих и ряд ожидаемых научных открытий. Мне опять же кажется, да, что автор под разумом понимает чуть ли не всю совокупность внутреннего мира человека, что нас не очень устраивает, да, и что с Локом не особо коррелирует и не коррелирует с теорией чистого листа. Ну да ладно. Пинкер пишет. Второе научное направление, обеспечивающее поддержку чистому лицу – коннекционизм. Теория, что мозг подобен искусственным нейронным сетям, смоделированным на компьютерах и обучающимся путем выделения статистических паттернов. Опять же, проблема заключается в том, что это всего-то аналогия между мозгом и нейронными сетями, которые ни на что не указывают. Честно говоря, я тоже не понимаю, к чему здесь она. Она ни за, ни против, просто здесь не идет, ну и ну. Ну и нафиг. А, дальше. Пинкер пишет. Так что для науки вопрос не в том, влияют ли опыт, познание и практика на мозг. Конечно, влияют, если мы хотя бы примерно движемся в верном направлении. А если нет? Кстати, да, давайте дальше, что большая часть главы посвящена нейропластичности, которая, как кажется Пинкеру, не является аргументом в пользу чистого листа. Здесь с ним, кстати, можно согласиться, она не является аргументом в пользу чистого листа, я с ним здесь солидарен. Ну вот.
И разбирать все это мы, в принципе, не будем, потому что на самом деле это тоже не имеет никакого смысла. Ну и ладно, ну и не является. Да, аргументом это не является. Это не поддерживает концепцию чистого листа и не заставляет нас придерживаться этой концепции. Все верно. Пинкер также пишет. Но взгляды меняются, и последние открытия показывают, как части мозга могут соорганизовываться без поступления информации от органов чувств. Вот, кстати, это, наверное, первый пассаж, который более-менее подходит для критики представлений Лока о том, как происходит восприятие и наполнение разума. И это неплохой пассаж. Но, к сожалению, сама концепция чистого листа все еще остается приемлемой, потому что, первое, Пинкер приписывает разуму свойства всего внутреннего мира, а Лок не приписывал, а концепция чистого листа – это про разум локовский. Два, Пинкер обсуждает свойства самого листа, а не врожденные идеи. То есть тут оказывается, что животные могут получать восприятие без собственных восприятий, что подбивает основания большей части философии Лока. Впрочем, Юма такое положение дел вполне бы устроило, так что ну а что делать? Все. Неожиданно мы быстро закончили. Эта глава была разобрана быстро, потому что там и разбирается нейропластичность. Мне лично нейропластичность неинтересна, и она не вносит ничего плохого. Да, вот эта последняя линия обороны, это просто нейропластичность оказывалась. Типа, о, а мозг может меняться. Ничего себе, да, то есть мозг подстраивается под деятельности, под культуру, там какую-то не культуру, под среду может мозг подстраиваться. И все такие, чистый лист, точно чистый лист, да. Но нет. Но нет, это не аргумент. Ну, может и может подстраиваться. Мало ли, что это означает. Это не является аргументом в пользу чистого листа. Уж, по крайней мере, сильным аргументом не является. Да. Ну и вот, я здесь, наверное, являюсь сторонником того, что вот эту последнюю линию обороны чистого листа, так скажем, да, сторонники чистого листа, если они существуют, они ее не прошли. Не смогли ее пройти. Но есть нюанс. Но есть один нюанс. Просто все стены, которые Пинкеру, как показалось, были снесены и уничтожены, те стены, которые он вот эти стены дешевые уничтожил и разгромил, они не были разгромлены, на мой взгляд. И в этом заключается главная проблема Пинкера. Пинкер поспешно постулирует свою безоговорочную и бесспорную победу в тех случаях, когда он еще не победил безоговорочно, когда он еще не победил бесспорно, когда, в принципе, еще есть возможности те же самые факты трактовать с бесконечного количества разных возможных позиций. И ввиду этого, ну, конечно, я лично все еще могу сомневаться в позиции Пинкера, с одной стороны. С другой стороны, я фиксирую, что Пинкер как-то довольно интересно и по-своему понимает концепцию чистого листа. К сожалению, он большой акцент в этой концепции сделал на Лока. Мы процитировали Лока, мы показали, что с концепцией Лока это как-то не очень сильно соотносится. И он не показал, в каком тексте концепция чистого листа обрела те черты, которые он ей привносит. Соответственно, я делаю вывод, что это он сам привнес такие качества данной концепции. Что, опять же, меня абсолютно не радует. Все, что мы прочитали выше, все, что мы прочитали в этой главе, буквально все, можно убрать. Ну, кроме некоторых экспериментов, вариантов, да, там. То есть, соответственно, все содержательные элементы всего, что мы прочитали, бессмысленны. Потому что автор просто непонятно, что и кого критикует. Лока он критикует как-то вот неправильно, а всех остальных критикует без нормального цитирования, без нормального освещения информации. И это, конечно, ну, приемлемо-неприемлемо, ну, короче, непонятно. Непонятно, а что за сторонники чистого листа? Что это за чисто листовцы? Тут какая-то просто он какую-то религию вводит. Он и дальше просто будет писать, что это религия чистого листа вообще-то, да? Там фанатики, вера в чистый лист, вот это вот все. Он будет про это просто очень много писать на самом деле. А так и непонятно, во что эти люди верят, и какие конкретные убеждения у этих людей. Он не приводит эти конкретные убеждения и не приводит их убеждения в том, что они являются сторонниками вот этой самой идеи о чистом листе. Поэтому я вообще действительно считаю, что эту книжку надо с 600 страниц сократить до 100 и просто оставить там прекрасные описания разных опытов, материалов, может быть, научных выводов, кстати, конкретно научных выводов. Не выводов из научных выводов, как это Пинкер делает. То есть Пинкер часто делает выводы из научных выводов, которые чаще всего даже оказываются и не единственно возможными даже в рамках натурализма. Но это уже его личные проблемы и нюансы.
Вот. Самая содержательная и хорошая часть вообще всей книги – это некоторое описание все-таки некоторых опытов и некоторых взглядов некоторых людей. Не всех, к сожалению. Да, далеко не многих. Бихевиористов неплохо описал, честно говоря. Пинкер, на это действительно стоит обратить внимание, это хорошо было проделано. Все-таки психолог все-таки разбирается, да, неожиданно. Даже не неожиданно, но вполне ожидаемо, что разбирается в данной теме. Ну, недостатки я уже все проговорил, на самом деле, в этой книжке. Их много, их достаточно много. Даже с точки зрения просто обыкновенной такой философской интеллектуальной дискуссии, здесь очень много таких вот подколов, ошибок, каких-то риторических приемов, грубейших риторических приемов. И я здесь, безусловно, не могу сказать, что книга прям хороша и что ее нужно читать, что она должна быть бестселлером, потому что это, по сути, пропаганда науки, с одной стороны, пропаганда биологии, биологизаторства. Это именно что именно... Это в прямом смысле пропаганда. Причем пропаганда чаще всего крайне не очень интеллектуальная, пытается она быть очень авторитетной, хотя сама по себе довольно публицистична. Попытки сделать всякие цитаты на оппонентов очень плохо проделаны. То есть я уже сказал, да, то есть Пинкер как ученый, как специалист в психологии, как человек, который должен уметь писать научные работы, плохо цитирует людей. Это странно. Это очень странно. Это категорически странно. Я принципиально не понимаю, как такое может быть. То есть человек делает цитату и потом говорит, потом пишет, мол, плохо. Плохо. Вот у него он верит в концепцию чистого листа. Ты читаешь цитату, и из нее не следует, что человек верит в концепцию чистого листа. Более того, ты представляешь миллионы концепций, которые с этой цитатой коррелируют, и в них чистого листа нет. И ты такой, Пинкер, Стивен, что вы делаете? Зачем вы процитировали человека для того, чтобы доказать, что он верит в чистый лист, но там нету ни упоминаний чистого листа, и ничего вообще там такого нет? Вы чего, Пинкер, зачем вы это делаете? Вот. И это первая из пяти частей разгромной критики книжки Питера Пинкера «Чистый лист». Разгромнейшая критика. Но... Не, книжка действительно не очень. Серьезно, книжка действительно не очень. Я думал, она будет более, что ли, как-то лучше собрана. Я думал, что там будет более подробно некоторые аспекты как-то разбираться. Я думал, что Пинкер хорошо с цитатами поработает хотя бы. Но все-таки специалист, ученый, специалист, как говорится, да. А тут проблемы с банальным цитированием, на самом деле. Это грустно. Ну и с пониманием Лока проблемы. Да, мы назвали книжку «Чистый лист» в честь концепции Лока о чистом листе. А Лок что-то, ну, вообще разобран не очень хорошо. Что-то вот как-то вот оно вот немножко не туда уходит. У Пинкера постоянно вот его образ мышления куда-то не туда уходит. И на мой взгляд, вот этот вот чистый лист, он становится для Пинкера таким ярлыком, который он вешает на людей, чтобы сказать: «А, ты сторонник теории чистого листа!» Хотя человек так не считает, он может даже против теории чистого листа, скорее всего. Но Пинкер на него пальцем показывает и говорит: «Ну, дурак, короче. Чистолистовец. Ужас. Ужас какой-то плохой». И в этом заключается, наверное, главная проблема книжки. Самая главная и фундаментальная проблема данной книги действительно в этом и заключается. То есть Пинкер, к сожалению, использует вот главное словосочетание своей работы для того, чтобы просто унизить оппонентов. Это просто унижение оппонентов каким-то, в общем-то, таким красивым словом. Дальше пойдут главы еще более интересные в этом плане, потому что там уже пойдет вообще чистейший ad hominem. Типа Пинкер будет предсказывать, а почему люди боятся тех или иных научных концепций, исходя из концепции чистого листа. Там просто будет описываться такая вот ad hominem-овая штучка, которая, ну, нас вообще трогать как аргументаторов-то не должна. Но ей посвящены целые главы, поэтому мы будем вынуждены их разобрать, друзья. Вот так вот. Вот так вот. Ну, соответственно, давайте так. На сегодня все. Три часа разбора первого раздела книжки Пинкера «Чистый лист». Еще 4 впереди. Еще раз большое спасибо Малику. Малика обожаю, люблю. Большое спасибо Маркусу. Я надеюсь, ты умрешь. Я тебя тоже очень сильно люблю, друг мой. Я тебя обожаю. Спасибо тебе большое. Соответственно. Вот. Еще 4. Еще 4 таких же, может, чуть-чуть поменьше обзора. Ну, по 2 часа, наверное, они будут.
это самая большая, мощная, толстая, смертоносная голова из всех. Так что вот, и она заняла приблизительно четверть всего материала, который мы разбирали здесь, как бы, да, чисто технически зачитать придется еще, даже больше четверти, ближе к половине, наверное, но все еще не половина. Так вот, друзья, спасибо всем, кто досмотрел до этого момента, вы мои герои, те, кто досмотрели до этого момента, вы мои герои, я вас люблю. Вот, вы самые лучшие, те, кто не досмотрел до этого момента, ну, вы не мои герои. Я вас все равно люблю, но чуть-чуть поменьше. Да, те, кто не дошли до этого момента, люблю чуть-чуть меньше, чем всех остальных. А герои, которые просмотрели все 3 часа с начала и до конца, вот вы самые мощные, самые сильные интеллектуалы, да, и, как говорится, давайте думать своей головой, мыслящим и ищущим привет всем и так далее, так далее, так далее. В общем, друзья... Да, у меня просто все равно завтра буду... Я все равно буду завтра только продолжение записывать. Сейчас я могу с вами еще и поговорить и порадоваться тому, что я могу с вами поговорить. В общем, друзья, люблю вас всех. Приходите, смотрите все эти обзоры, мучайтесь, страдайте, плачьте и так далее, так далее, так далее. Все, знайте, что с вами Александр Шадов. Продвигаем наши сомнения, скептицизм и все остальное. Удачи, всем удачи, всех люблю, короче. Поехали, конец.